А так? Так, наверное, появился звук. Это наушники у меня были выключены. Еще раз всех приветствую. Спасибо, что сказали. Я как раз, когда был выключен звук, говорила о том, что сейчас подождем, пока опозашь немножечко, кое-какие организационные вопросы я вам озвучу. Вдруг кто-то среди вас первый раз на нашем вебинаре. Сегодняшний вебинар как раз будет полезен не только профессионалам, косметологам, хотя для них тоже масса информации всегда в наших вебинарах традиционно есть, но и обычным людям, которые, как говорится, не отягощены медицинским и косметологическим образованием, потому что подбирать уход иногда приходится без участия специалиста и, в общем, правильно определять тип кожи, состояние и вообще ориентироваться немножечко по ингредиентах, которые решают те или иные проблемы с кожей. Вот это как раз об этом мы сегодня будем говорить. Вот. Традиционно у нас всегда всем участникам вебинара в течение недели дается промокод. Кто с нами давно уже знает, сейчас я его сюда напишу. В конце вебинара еще раз повторю его. Просто обычно, когда вебинар уже выкладывается на YouTube, его потом, кстати, можно в записи будет там посмотреть, задавать тоже какие-то там комментарии, если вдруг что-то не успели сегодня спросить. Эти вопросы всегда перешлют мне, я отвечу. Там, специально обычные люди скопируют их туда, в YouTube. Так что не переживайте, если вдруг что-то забыли спросить или не успели. Лучше в голову придет потом. Успеете, например, на YouTube. Но вот эту часть с промокодом я обычно отрезаю. Сейчас я вам погромче. Погромче это, наверное, только у вас можно сделать, потому что у меня звук стандартный. Громче, наверное, Марин, не получится. Попробуйте у себя на максимум прибавить. То, что у меня тут как бы такой возможности. Вот, а так, что-то у меня наушники сегодня себя плохо себя ведут. Все, отлично, так и оставим. Значит, промокод, который будет действовать неделю на дополнительные 10% от для косметологов от их прайса для розничных клиентов от розницы, будет звучать сегодня вот так. Решеточка и маленькими буквами уход всем. Он уже работает, по всей видимости, то есть и он будет действовать по следующему среду включительно. Можете им пользоваться при заказе косметической продукции. Единственное, сразу хочу предупредить тех, кто, например, не косметолог и не имеет специального прайса, для которого очень выгоден этот промокод. Для обычных людей, которые покупают на официальном сайте у нас, не всегда выгодно даже со скидкой 10%, например, покупать, когда, например, на каком-нибудь Озоне может быть супер акция, там 25%, и там будет этот продукт дешевле. Поэтому я рекомендую, чисто так по-человечески, между нами проверить, да, где там, допустим, на аптеке.ру, на Вайберс, на каких-то маркетплейсах, где эта позиция почем стоит, и, соответственно, посмотреть, может быть, там будет дешевле, чем брать на официальном сайте с дополнительной скидкой вебинара. А вот косметологам, профессионалам с их специальным прайсом, конечно, скидка всегда как бы хороша, потому что на официальном сайте профессионалам покупать выгоднее. Вот, поэтому на официальном сайте у нас не самая низкая цена, потому что на нем в основном закупаются профессионалы. То есть официальный сайт, он больше такой, скажем так, оптовой направленности. Вот, поэтому имейте это в виду, если кто-то у нас здесь без косметологического или специалиста спа-индустрии диплома, да, или медицинского, ну, которые дают скидку дополнительную. Вот, ну все, я надеюсь, что мы пока разбирались с наушниками и со всем прочим, уже дождались всех, кто хотел прийти вовремя, кто хотел, придет чуть позже, присоединиться к нам. Ну вот, и я думаю, что можно потихонечку будет уже начинать. Сегодня у нас 22 февраля 2023 года, и вебинар наш будет посвящен подбору ухода за кожей, чтобы ей не навредить. План у нас такой. Сначала мы обсудим, чем вообще отличается подбор ухода у специалиста и подбор ухода самому себе, если ты не специалист-косметолог, да? Как не ошибиться при этом, на что обращать внимание.
Дальше, в основном для, конечно, не специалистов, будет небольшой блок кратенько о типах кожи и их состояниях, и, соответственно, на что ориентироваться, когда мы хотим эти критерии определить. Вот, дальше мы поговорим о целях и мишенях для исполнения этих целей для активных ингредиентов в зависимости от проблемы. То есть это уже будет касаться таргетной терапии косметическими, косметическими препаратами. То есть это антиэйдж, отеки, тусклый цвет лица, пигментация, пироз, возможно, чувствительная кожа. То есть вот это все мы разберем. Примеры базовых рутин, то есть протоколов, я тоже вам приведу. И, в принципе, понятно, что мы можем комбинировать разные средства, можем эти протоколы, как говорится, видоизменять в зависимости от динамики, там улучшилось состояние или там появилась какая-то другая проблема, или наоборот, одну проблему решили. Но их было так много, что нужно переходить к решению следующих. Все это влияет на подбор косметических средств. Вот. И начнем мы с подбора ухода непосредственного. Для того, чтобы нам, кстати, вопросы задавайте в чат, если они у вас будут возникать. Я буду прям по возможности сразу на них отвечать. Если, конечно, ответ там подразумевается в ходе вебинара, то, соответственно, я на него отвечу в ходе вебинара. Вот. Для того вебинары, собственно, и делаются для специалистов, вот эти длительные наши встречи, чтобы мы могли в режиме реального времени получить ответы на все вопросы. Соответственно, рассмотрим подбор ухода у специалиста и, как говорится, самому себе не специалисту. Что делает и специалист, и не специалист, это он должен определить правильно свой тип кожи и состояние. Вот, об этом я еще дополнительно скажу подробнее чуть дальше. Но надо понимать, что типов кожи у нас не так много, хотя сейчас кто, кому не лень, делают свои классификации и растягивают эти типы кожи на там, я не знаю, много-много очень позиций, но на самом деле, конечно же, тип кожи в первую очередь различается по семопродукции. То есть это кожа сухая, с недостатком липидов, да, то есть себодефицитная, и кожа, например, жирная с избытком липидов, то есть себопрофицитная. Между ними стоит нормальная кожа и комбинированная кожа, то есть два типа, которые один из них достаточно редко встречается, это нормальная кожа. И самый часто встречающийся тип – это комбинированная кожа, где есть участок, как правило, это Т-зона с избыточной выработкой себума и, соответственно, допустим, щеки, которые могут быть как сухими, так и нормальными. Соответственно, к состояниям кожи уже относятся какие-то ее функциональные изменения, как то обезвоженность, которая, в принципе, есть практически у всех в той или иной степени. Это, например, какие-то проблемы с чувствительностью кожи, то есть гиперчувствительность, реактивность. Это, например, проблема с сосудами, пигментация, проблемная кожа, которая может быть как просто проблемная кожа, то есть склонная к воспалениям эпизодическим, если вдруг изменяется гормональный фон, например, во время цикла у женщины, или, допустим, какие-то погрешности в пищевом поведении мы осуществили, и поэтому могут какие-то воспаления, например, появиться. Или, допустим, что-то с уходом не так, да, неправильно подобрали крем, условно говоря. И, соответственно, это не является патологией, например, там, акне или там, каким-то акнеформным дерматозом, а есть патология уже, то есть акне, акнеформные дерматозы, папулопустулезная стадия розации, например, когда уже проблемная кожа является признаком не просто проблемной кожи, то есть склонной к воспалениям, а именно имеется какая-то определенная патология кожи, связанная с воспалительными элементами. Соответственно, состояние кожи, например, чувствительность или обезвоженность может быть присуща любому типу кожи, то есть и жирная кожа может быть обезвоженной, и, например, сухая может быть обезвоженной, что случается значительно чаще, но жирная кожа тоже достаточно часто бывает обезвоженной, потому что если жирная кожа, например, проблемная, или, например, жирная кожа, для которой был подобран уход достаточно агрессивный, который пытается убрать лишнее кожное сало, а сальные железы в ответ начинают компенсаторно увеличивать выработку себума. И, соответственно, пересушенная такая вот, как бы лишенная влаги эпидермис на жирной коже может, например, маскироваться под сухую кожу. И тогда человек, который обладает жирной кожей, но обезвоженный, испытывает чувство стянутости после умывания, иногда какое-нибудь шелушение у него возникает, он начинает думать, что у него сухая кожа, и идет в магазин за жирным кремом.
Ну и, соответственно, усугубляет свои проблемы с избытком липидов, которых у него и так достаточно, не добавляет при этом влаги, которой у него недостаточно, получает закупоренные поры воспаления, да, и приобретает еще определенное состояние, например, проблем кожи. Вот с этим нужно уметь разбираться, желательно самому в том числе. Вот. А дальше, чем отличается вообще самостоятельный подбор от подбора специалиста? Понятно, что специалист имеет базовое образование соответствующее, которое ему позволяет, например, определить, что у человека есть какая-то патология кожи или что у него есть кожное проявление какой-то внутренней патологии и, соответственно, направить его к соответствующему специалисту, например, эндокринологу или гинекологу. Потому что, да, кожные маркеры многих болезней, они действительно имеют место. И, например, если человек видит акне и при этом видит гирсутизм, видит какие-то еще определенные проявления эндокринной патологии, например, синдром полипистозных яичников, то он отправит его к гинекологу или гинекологу-эндокринологу на консультацию для того, чтобы решить внутреннюю проблему, потому что без решения ее мы кожные проявления не уберем. Соответственно, вот эту дифференциальную диагностику может уже осуществить специалист. В том числе у него могут иметься возможности диагностировать кожу при помощи каких-то аппаратных технологий, а также динамику, например, отслеживать. То есть посмотреть дерматоскопом или, допустим, сделать в некоторых случаях ультразвуковое исследование кожи. То есть есть определенный арсенал средств, которыми пользуется врач. И при этом, соответственно, обычно человек, конечно, не может этого сделать. При поликистозе, как правило, бывает акне все-таки. Вот часто. И так как при поликистозе нарушен гормональный фон, там бывает, что избыток тестостерона у женщин и так далее, то все вот эти вот проявления, которые характерны, гирсутизм, например, там, жирная кожа. То есть в основном по гирсутизму часто очень можно судить, что возможно у там, женщины, например, может быть синдром поликистозных яичников. Вот. И врач, направляя ее, эту пациентку, гинекологу, там уже будет убеждаться в этом. И, соответственно, уже гинеколог будет ее лечить. Вот. Чаще всего можно какие-то наводящие вопросы еще задать, да, то есть могут быть проблемы с циклом, могут быть проблемы с наступлением беременности. Человек может не связывать это, например, с поликистозными яичниками, либо, например, может быть раннее наступление менархи у девочек, и такую девочку могут привести к косметологу, даже не обязательно к дерматологу, для того, чтобы сделать ей там 13 лет эпиляцию волос на подбородке, и как бы врач не должен этого делать, но специалист как бы, а должен как бы задуматься, что почему у девочки там 12-13 лет начинают расти волосы на подбородке или вокруг рта, и при этом еще какие-то воспаления на коже, и, в общем, должен отправить ее на самом деле гинекологу в первую очередь, а не просто убирать косметические дефекты. Вот это я имела в виду. Соответственно, понятно, да, здесь, что в свою очередь может сделать человек с, как говорится, без базового гинекологического образования. Он может научиться различать мягкие и жесткие моющие основы, потому что большинству людей не нужны жесткие очищающие средства. Они требуются крайне редко. Соответственно, какая бы жирность кожи ни была, ей нужна мягкая моющая основа средства для ежедневного умывания. Потому что жесткие моющие основы будут разрушать гидролипидный барьер, будут убивать нормальную микрофлору, которая как раз занимается тем, что контролирует условно-патогенную, дабы она не превратилась в патогенную, если сильно, как говорится, разгуляется и размножится. Вот, соответственно, компенсаторно-сальные железы будут еще больше, например, вырабатывать кожную салость и кожу жирную постоянно очищать жесткими моющими средствами и протирать лосьонами на спиртовой основе. И поэтому важно понимать, что, например, лаурет или лаурил-сульфат лучше, как говорится, не использовать для умывания ежедневного кожи лица, а отдать предпочтение, например, мягким поверхностно-активным веществам, таким как кока-глюкозид, теококаил-глутамат, камид-пропил-бетаин, то есть такие мягкие, собственно, моющие основы.
Человек может знать основные активы, которые решают определенные проблемы. То есть он может знать, мы об этом еще отдельно поговорим, я даже отдельный слайдик сделала с, ну, с такими распространенными активами, которые решают определенные проблемы. Но в этом плане человек тоже может вполне себе разбираться, что, например, гиалуроновая кислота будет убирать обезвоженность, да, причем она может быть разных видов, она может быть и в маломолекулярной форме, которая будет как заместительная терапия работать, а может быть просто высокомолекулярная, которая будет работать как влагоудерживающий агент. И вот, также, естественно, должен человек разбираться, кто будет, например, какую-то антиэйдж функцию выполнять, там тот же ретинол, кислоты или пептидами релаксанты, как их применять правильно. Это все, как правило, написано в инструкциях к средствам, которые применяются вот для решения каких-то определенных проблем. Антипигментные те же самые ингредиенты, да, то есть уметь понимать, да, что в составе находится поевая кислота, значит, отбеливающее какое-то средство, значит, не надо наносить его утром и идти загорать с ним. То есть вот такие вот на грани с безопасностью, да, то есть целесообразность и безопасность, это важно. Соответственно, в сосуды укрепляющие какие-то компоненты знать, например, экстракты конского каштана, красный виноград, трексирутин, ниацинамид, мы знаем, что будет улучшать микроциркуляцию. Соответственно, если есть сосудистые проблемы, надо искать средства, в которых они есть в составе. И желательно, чтобы они были хедлайнерами состава, ну, то есть, как бы, были на одних из первых мест в составе поимки, например. Но это тоже не всегда можно ориентироваться по составу поимки, потому что иногда есть ингредиенты, например, пептиды некоторые, которые применяются в достаточно маленькой концентрации. Или там, допустим, ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, да, она, наоборот, не применяется в высокой концентрации, потому что у нее есть определенный диапазон рамки, да, в концентрации, которые можно применять. Или, например, есть пептиды мироксаты, которые, типа аргирелина, наоборот, должны применяться в концентрации от, например, там 4-5%, иначе просто их не хватит, чтобы уменьшить спонтанную мимику, чтобы они работали. То есть это как раз иногда делают не очень чистые на руку производители, которые берут дорогостоящий ингредиент, кладут их в маркетинговые концентрации, только чтобы иметь возможность написать на этикетке, но при этом средство не работает, потому что рабочей концентрации нет. Вот этим как раз отличается зачастую масс-маркет от проф-линеек, да, потому что проф-косметика, которая относится как раз к косметике Гильтек, как раз работает с рабочими концентрациями, ну, практически с самыми высокими рабочими концентрациями, которые для активных ингредиентов рекомендованы производителями сырья. И, естественно, по ним проведены всякие исследования о доказательности их эффективности. Например, масс-маркет средства бывает, что действительно кладут определенные ингредиенты в маркетинговые концентрации, поэтому они не работают. Потому что масс-маркет важно. Масс-маркету важно, чтобы человек пришел, увидел красивую баночку в магазине, он за него зацепился глаз, чтобы это средство имело хороший какой-то запах приятный, легкую текстуру какую-нибудь такую очень тактильно приятную. И, в общем-то, это все, что требуется от масс-маркета. А вот про косметика, она в основном ориентирована все-таки на профессионала, а профессионалу важно что? Чтобы у клиента был эффект с первой процедуры, или хотя бы там с какого-то минимального количества дней в уходе этого средства нахождения, и чтобы он пришел к нам второй раз в кабинет на следующую процедуру и продолжал нас консультироваться. Поэтому, собственно, проф заточен больше под быстрый эффект, или, по крайней мере, доказательный эффект, то есть о котором, ну, предсказуемый эффект, так можно сказать. То есть мы говорим, что вот у вас через там 2 недели будет то-то, то-то, да, и оно должно наступить, это то-то и то-то через 2 недели. И вот у нас в конце процедуры глубокого очищения кожи должно быть очень выраженное до и после, да, иначе пациент не поймет, зачем он к нам пришел. Вот, соответственно, вот так. Отеки под глазами и грыжи – это не одно и то же, Татьяна. На самом деле, я проговорю про отеки, потом позже будет еще информация. Просто грыжи и малярные мешочки, которые, как правило, в этом месте возникают, это только оперативное вмешательство. И бывают мешочки и даже в подглазничной области. То есть, если там внутри жир, там может, конечно, частично влага находиться, вода, потому что жир, в общем, гигроскопичная достаточно ткань жировая. И, к сожалению, противоотечные средства, они, которые все занимаются тем, что улучшают лимфодренажную функцию и микроциркуляцию, улучшают, они не будут убирать, они могут снизить выраженность за счет того, что сгонят воду, да, еще плюс правильное какое-то нанесение схемы, когда мы лимфодренажным массажем наносим средства,
улучшающие микроциркуляцию и лимфодренаж. Но полностью грыжи удалить нельзя. Это все-таки удел хирургов. Поэтому здесь как раз нужно понять, что там вообще. Это малярный мешок, это грыжа или это все-таки функциональный отек, который то приходит, то уходит, да, в зависимости от того, как вы, правильно ли вы спите, хорошая ли у вас осанка, не попили ли вы воды или еще что-нибудь на ночь и прочее. Вот, а компоненты с отеками, конечно же, есть, которые борются. Это в основном все лимфодренажные компоненты, которые входят, например, в гель, моделирующий для нижней трети, в гель для кожи вокруг глаз, пептид Айсерил, например, таким действием обладает, все антицеллюлитные компоненты а-ля там, гуарана, гидролизованный протеин кукурузы, кофеин, карнитин, все это, как говорится, все сосудоукрепляющие компоненты, пароксирутин тот же, ниацинамид, они все будут уменьшать выраженность отеков, да, особенно если при правильном применении нанесения средств. Вот, то есть их, собственно, ищем в составе. Но я об этом чуть-чуть позже скажу. Запись будет обязательно. Во-первых, вам придет ссылка после, а потом, ну, через какое-то время, наверное, а потом обычно наши вебинары появляются на YouTube. Может быть, там еще пересмотреть, если что-то нужно. И даже там можно позадавать вопросы. Их обязательно мне перешлют. И вот, если это прям мне вопрос, как говорится, и там ответы тоже можно будет получить. Так что не переживайте, если что-нибудь не успели задать. Вот, соответственно, продолжим, да, основные активы желательно, да, как-то в этом разбираться немножко. И, соответственно, исходя из этого, выстраивать базовые рутины. То есть надо понимать, что очищение, глубокое очищение эпизодическое, защита ультрафиолета и восстановление в той или иной степени гидролипидного барьера. У кого-то больше липидная его составляющая, у кого-то комплексная, у кого-то там больше содержание влаги нужно компенсировать, да, например, если своих липидов хватает при жирной коже, то вот это вот все как раз включает в себя самостоятельный подбор. А вот уже специалист может помимо подбора базовой рутины более грамотно, более, ну, скажем так, не из пушки по воробьям, а более точно попасть, экономя, как говорится, время, эффект и средства пациента, подобрать таргетные средства и, кроме того, скомбинировать эти таргетные средства, то есть таргетные, это имеется в виду, которые вот в цель бьют определенную мишень имеют, да, то есть какую-то проблему решают определенную, да, как раз специалист назначает эти средства так, чтобы они не конкурировали с, например, лечебными препаратами, если таковые пациенту требуются. Также может осуществлять динамическое наблюдение и корректировать схему ухода при необходимости. И, соответственно, подбирать вот эти средства так, чтобы они оказывали максимальную эффективность. То есть подходили идеально. Как бы не всегда, конечно, это бывает возможным, потому что очень много динамических состояний, да, у человека может быть реактивная кожа, и, соответственно, сегодня она может выглядеть так, завтра совсем иначе, все зависит от того, в стрессе ли он, или он что-то поел не то, или он там не выспался, то есть здесь тоже такие моменты могут быть, но в целом, конечно, специалисту проще, чем не специалисту, определить основную проблему и причину этих проблем. Вот, едем дальше. Соответственно, вспомним типы кожи, это как раз больше для неспециалистов. Я уже сказала, да, что есть у нас четыре типа основных, причем у жирной кожи может быть как норма, то есть нормальная жирная кожа, не склонная к воспалениям, ну, либо там бывает, что эпизодические какие-то воспаления возникают, как я уже говорила, когда какие-то проблемы, да, возникающие эпизодически, да, человека сопутствуют. И есть себорейная кожа, то есть когда у нас не только повышена выработка себума, но еще и качественно изменено кожное сало. То есть оно может иметь щелочную реакцию, у нас может быть гиперкератоз сопутствовать этому, соответственно, будет плохо отшелушиваться эпителий не только с поверхностной кожи, но и внутри протока сальных желез. Соответственно, человек будет уже склонен к образованию комедонов. Комедоны, соответственно, когда есть, получается из них зачастую воспаление, и это уже будет себорейная кожа. Да, есть у нас, нет, на процедуры мы, как бы у нас нет лечебного центра, лицензированного кабинета косметологического, где бы можно было оказывать уходы, да, какие-то делать. Вот, то есть у нас нет салона, это мы, Гельтек, это фирма-производитель косметики профессиональной и медицинской продукции. Но у нас есть центр диагностики кожи в Москве, на Пятницкой, в Калининграде есть сейчас вот еще новый открывается. Ну, то есть у нас можно зайти на сайт и посмотреть центр диагностики кожи, и там можно и онлайн проконсультироваться из любого типа, из любого, как из любой точки мира.
получить консультацию именно по подбору ухода, соответственно, там оценят ваш тип кожи, состояние, по возможности на вас посмотрят, если будет видео достаточно адекватно и релевантно, да, чтобы можно было что-то оценить, либо грамотно вас расспросят об вашем сопутствующем уходе, каких-то сопутствующих патологиях и так далее. Ну, то есть и в итоге подберут то, что вам требуется, причем это все бесплатно и совсем не обязательно сразу что-то покупать. И вот, кто приходит очно, естественно, там получают еще пробники, там есть определенные системы скидок у тех, кто эти консультации, как говорится, посещает. Ну, это можно вот зайти на сайте, посмотреть, и там уже поймете. И, соответственно, это как раз очень удобно, и это тоже сделано компанией для того, чтобы профессиональную косметику наиболее безопасно могли использовать люди, скажем так, не являющиеся косметологами. На Интершарме пока ничего не могу сказать. Вот, это будет анонсировано в наших там соцсетях. Присоединяйтесь, в Телеграме, всей Руси, гели всей Руси, да, еще там у нас есть гель за стеклом, где у нас телеграм-канал, на котором как раз больше информации о нашем производстве, о всяких там, ну, в общем, таких внутренних вещах, связанных именно с производством косметики, который ведет наше руководство непосредственно лично. Рассказывает много интересного. И, соответственно, у нас есть остальные всякие соцсети, до которых тоже ВКонтакте, где там есть новости. Естественно, если мы будем участвовать в апреле на Интершарме, вы об этом узнаете первыми. Ну и YouTube-канал, на котором лежит масса познавательной информации. Собственно, этот вебинар тоже там будет, после того, как он пройдет. Вот, через какое-то время выложат специально обученные люди. И, соответственно, вот там как раз на Ютубе, пока он у нас есть и пока он бесплатен, есть смысл, конечно, вот этот познавательный контент штудировать, кому это интересно. Там много очень всего по аппаратным методикам, много всего про уход. И, в общем, как бы присоединяйтесь, подписывайтесь, как говорят, ставьте лайки. В общем, вернемся к нашей теме. Помимо типов кожи состояния, я уже тоже их озвучила, как правило, чаще всего встречаются. Они, естественно, бывают вместе сосуществовать, да, то есть может кожа обезвоженная, чувствительная или обезвоженная, чувствительная еще и с пигментацией, то есть может купероз быть при всех вариантах состояния, то есть понятно это, да. Может быть атоничная кожа, у которой снижен тургор, тонус, это может быть атоничная кожа, у которой нарушено капиллярное кровообращение, ну, так называемый синдром кожи курильщика, но для этого не обязательно быть курильщиком, я тоже всегда об этом говорю, достаточно проживать в городе, работать по 12 часов в сутки в полуподвальном помещении, и вот тебе обеспечена кожа курильщика. Соответственно, состояние мы определяем и тип кожи. Вот, что у нас должно входить в минимальный базовый уход? Базовый уход минимальный, как я уже тоже упоминала, это поверхностное очищение, эпизодическое, но регулярное глубокое очищение для того, чтобы у нас не закупоривались поры и для того, чтобы эффективно, хорошо отшелушивался верхний слой роговой эпидермиса. Бывает, что с возрастом, во-первых, у нас эпидермис начинает обновляться хуже, замедляются вообще все процессы в коже, и тем самым, если мы регулярно глубоко очищаем при помощи мягких средств, каких-нибудь энзимных пилингов, например, или с небольшим процентом кислот и не сильно низким pH, то мы заставляем кожу вести себя как более молодая, сохраняем ее, скажем так, более здоровое состояние, и она выглядит более свежей. Бывает, что в молодом возрасте глубокое очищение требуется регулярно, очень важно его делать тогда, когда тип кожи сформировался жирный, типы кожи закладываются генетически детерминированными, поэтому, как говорится, кожа жирная не может стать сухой, может стать только обезвоженной, например, но чуть-чуть меньше жирность может стать, например, у женщины уже к менопаузе. Уже менопаузе. Вот. И, соответственно, в молодом возрасте тоже глубокое очищение важно, особенно когда есть склонность к воспалению и закупориванию пор и гиперкератозу, то есть с медленным отшелушиванием, плохому отшелушиванию кожа становится тусклой из-за этого. Вот поэтому вот эти два момента, они должны присутствовать у каждого человека. То есть мягкое поверхностное очищение, если там, допустим, эта женщина, она наносит какую-то камуфлирующую косметику или плотными тональными средствами любит пользоваться, тогда, значит, это поверхностное очищение хотя бы вечером, да, утром не обязательно, если только мы не были в ночном клубе с макияжем. Вот, соответственно, вечером очищаем двухэтапно, то есть сначала с гидрофильным маслом. Могу сказать, что гельтековское гидрофильное масло мне лично очень нравится, потому что оно
во-первых, на натуральном, не минеральном масле сделано, очень там хорошие павы, и действительно очень хорошо кожа относится, если даже попадет в глаза, не щипит глаза, ну, собственно, как все наши умывалочки, кто пользуется давно гель-теком, знает, как мы к этому трепетно относимся. Соответственно, на сухую кожу наносим гидрофильное масло, эмульгируем, потом его массируем немножко, да, чтобы оно соединилось с жировой составляющей пертонального средства. После этого эмульгируем с водой, смываем и дальше уже дочищаем кожу обычным очищающим гелем или муссом. На влажную кожу наносим и смываем водой. Вот такое должно быть очищение, если мы плотными тональными текстурами пользуемся или плотными такими с высоким SPF солнцезащитными средствами. В остальных случаях достаточно один или два раза умыться вечером гелем, а утром, если, например, кожа чувствительная, можно даже вообще просто умыться водичкой. Если кожа чувствительная, реактивная, то можно использовать кипяченую либо фильтрованную воду и, соответственно, протереть лицо тоником. Ну, либо просто один раз умыться очищающим гелем. Соответственно, поверхностное глубокое очищение. Дальше у нас обязательно в базовой рутине должен присутствовать средство с SPF. Все зависит от ультрафиолетового индекса. То есть, если ультрафиолетовый индекс от 0 до 2, ну, максимум до 3, то мы можем не использовать средства с SPF, если только у нас в рутине нет каких-то компонентов, которые снижают устойчивость кожи к ультрафиолету. То есть кислоты, ретинол, какие-то агрессивные мероприятия мы делаем, или, допустим, мы лечебные средства используем, которые тоже снижают устойчивость кожи к ультрафиолету. Вот тогда SPF нужен при любом ультрафиолетовом индексе. Если же мы просто обычным увлажняющим средством каким-то пользуемся и мягко очищаем кожу, то, в общем-то, 0, 1, 2, максимум 3, можно обойтись без SPF. Как только там 3, 4 и выше, то есть 4, 5, 6, это уже повод использовать днем средства с солнцезащитным фактором. Как правило, до там 4-5 нам будет достаточно соответственно, ультрафиолетовые фильтры с фактором, например, от 8-10 до 15-30. Ну, все зависит от того, просто сколько времени вы собираетесь находиться на улице. Если долго, то, значит, берем индекс выше, да, то есть ультрафиолетовый фильтр должен быть больше. Если, допустим, мы там 15 минут добежали, как говорится, куда-то с утра и вечером уже, собственно, идем, когда сумерки, то достаточно минимального какого-то индекса SPF. Вот, соответственно, ультрафиолетовый индекс смотрим в прогнозе погоды, это мы все, наверное, знаем, где его можно посмотреть. На каждой, соответственно, территории, да, будет разный ультрафиолетовый индекс. Понятно, да, с ультрафиолетовым индексом? Например, увлажняющий крем наш стандартный, он содержит ультрафиолетовый индекс 10, да? Крем для комбинированной кожи содержит SPF 15. CC-крем с тональным эффектом, там, тон 0,1, 0,2, более прозрачный, менее прозрачный, они содержат SPF 25. То есть такой универсальный городской. Вот. И есть, конечно, средства с 50+, это наш oil-free мультипротектор, который, соответственно, используется или летом, или когда агрессивные процедуры делаются. И есть еще у нас интересные средства, прозрачный SPF, безводный праймер антиоксидантный, с альфа-липоевой кислотой в составе, вот, с SPF 30, который тоже можно использовать, например, очень хорошо зимой использовать, когда вы там куда-нибудь в горы на лыжах катаетесь, потому что он еще одновременно будет защищать кожу от перепадов температур, не содержит воды. И может, конечно, летом использовать. SPF, любые, которые содержат химические фильтры, желательно обновлять через 2-3 часа постоянного нахождения на солнце. И либо совокупного. То есть вы, грубо говоря, по полчаса набрали в течение дня эти 3 часа, и наступил вечер. Значит, вам не нужно смывать. Если же у вас эти 2-3 часа набрались раньше, чем световой день закончился, то желательно смыть, либо стереть мицеллярной водой и потом протереть обязательно тоником, чтобы мицеллярная вода не осталась на лице. Вот, и дальше нанести другую порцию. Соответственно, если это делается в течение дня, то удобнее использовать, конечно, мицеллярные средства плюс тоник. Например, взять лосьон очищающий наш, вот жидкий, который, и протереться, чтобы, например, макияж с глаз не смывать, а без губ.
при этом, и, соответственно, потом взять какой-нибудь тоник и им тоже протереться, или блефаросалфетку на худой конец из нашей линии для глаз медицинской, очень удобно, потому что они одноразовые и недорого стоят, а там внутри, по сути, тоник с ромашкой и календулой, мягенький. Вот, и тоже можно вместо тоника протереться, нанести, допустим, следующую порцию SPF. Вот, если же есть возможность смыть, то можно, конечно, смыть и дальше, как говорится, обновить солнцезащитные средства. Но это, как правило, актуально для тех, кто много времени проводит на солнце, или там на даче, или там летом на пляже, или там где-то на отдыхе. Вот, понимаете, да, вот этот вот нюанс. И почему нужно смывать или снимать чем-то средства с химическими фильтрами, какие бы они современные, вот как наши, например, мультипротекторы, самые современные лежат, все равно нужно. Почему? Просто потому, что химические фильтры работают как? Они световую энергию солнца, то есть ультрафиолета, переводят в тепловую, и тем самым они ее нейтрализуют и защищают кожу от солнца. И вот это они могут делать в течение 2-3 часов. У них есть определенный ресурс. Во время этих 2-3 часов они постепенно могут окисляться, и потом уже они не будут выполнять свою функцию. Это раз. А два, сами вот окислившиеся фильтры, они вместо того, чтобы становиться антиоксидантами, они будут выполнять прооксидантную функцию. Вот. А нам это на коже не нужно, потому что все оксидативный стресс, да, все эти реакции перекисного липидов, они, собственно, и вызывают вот старение. Поэтому нам желательно химические фильтры сам каким-то образом убрать, стереть, да, и потом новую порцию нанести. Это не всегда касается, например, минеральных экранов, то есть средств, которые только на минеральных фильтрах. Но, как правило, они все-таки более пляжные варианты, такие минеральные экраны, они чаще используются все-таки в таких средствах, которые, в общем-то, не очень комфортные на коже, такие как замазка, да? Вот, с большим ультрафиолетовым индексом, минеральные экраны, как правило, не очень комфортные, но их зато можно обновлять просто один поверх другого, потому что минеральные фильтры, это диоксид титана, кварцитка, они работают, по сути, как зеркало, отражая, да, ультрафиолет. Конечно, они тоже немножко внедряются в роговой слой, но они работают не так глубоко, и они меньше подвержены окислению, поэтому их можно просто друг на дружку наносить. Искупались, грубо говоря, вышли, заново нанесли, да? Но когда искупались, например, в море, я всегда рекомендую все-таки питьевую водичку с собой, бутылочку брать, все лицо ополоснуть и только после этого нанести следующую порцию. С SPF, я надеюсь, разобрались, чтобы долго на этом не зависать. У нас, на самом деле, есть очень много и влогов, и как наносить, и сколько носить, все вот это вот посмотрите на Ютубе. Есть коротенькие влоги, а есть вебинары, в которых тоже много уделено внимания как раз именно защите от солнца. Там как раз очень много информации, которая, возможно, поможет на все вопросы ответить. Дальше у нас, соответственно, должно быть обязательно увлажняющее или восстанавливающее средство в зависимости от типа кожи и ее потребностей вечером. То есть у нас базовый уход может состоять из, допустим, с утра мы умылись, протерлись тоником, совершили очищение, после этого мы нанесли средство с SPF соответствующему индексу, и ушли куда-то, да, вечером мы пришли, умылись в соответствии с тем, плотно ли мы SPF наносили, да, или это была какая-то еще косметика декоративная сверху, то есть либо двухэтапно, либо просто умылись очищающим гелем или муссом, протерлись тоником, дальше мы нанесли, например, какой-то увлажняющий гель, самый простой, там, гель увлажняющий плюс, или сыворотку с гиалуроновой кислотой, например, либо, допустим, если нужно еще кожу подкормить липидами, можем крем нанести, ночной увлажняющий или восстанавливающий крем NMF Protection, ну, все уже зависит от того, что кожа требуется. Это будет как раз базовая рутина, без каких-то прям сильно действующих таргетных средств, противовоспалительных или антиэйдж и так далее. Вот, то есть, например, с утра у нас чаще гель, тоник с гиалуроновой кислотой, пример я привела, да, и, соответственно, CC-крем, да, а вечером у нас будет гель очищающий, тоник с гиалуроновой кислотой и увлажняющий гель плюс, либо крем ночной увлажняющий, легенький совсем. И раз в неделю, допустим, мы делаем энзимную пектиновую маску, при желании можно дополнить потом нанесением маски Себобаланс, если ты кожа комбинированная, жирная, хочется прям такую атравматичную чистку дома провести. Вот, ну, достаточно, например, сделать массаж по энзимной маске, салфеточкой, вот, наподобие вот такой, как в рулонах, да, ее смыть хорошенько, и кожа станет гладкая, равномерная, гиперкератоз мы уберем, и вот это вот раз в неделю будем делать. Это вот базовый уход. Коррекция обезвоженности, конечно, она входит, как правило, всегда в базовый уход тоже,
Поэтому в базовый уход может входить и какое-то интенсивное средство, как правило, например, с ультрамолекулярными формами гиалуроновой кислоты. Вот, например, сыворотка интенсив омоложения. Да, если кожа очень чувствительная, то значит только 3D увлажнение гиалуроновой кислоты. Вот, то есть у нас может тогда под SPF утром и под основное средство вечернее наноситься сыворотка еще дополнительная, которая содержит влагоудерживающие и влаговосполняющие компоненты. Ну, потому что, к сожалению, мы не живем в идеальных условиях, как я все время говорю на наших вебинарах и семинарах очных с косметологами. К сожалению, мы не ходим под дождичком гулять в каких-то альпийских горах там и росой умываться. Живем в городе, отопительные системы зимой, кондиционирующие системы летом. Все это на нас действует. Печка в машине в лицо дует. Батарея работает, уровень влажности в квартире, в кабинете, на работе у нас никогда не будет 60%, как хотелось бы, да. И вот поэтому обезвоженность нас всегда преследует, поэтому какие-то увлажняющие дополнительные мероприятия делать нам имеет смысл. И, например, после определенного возраста, когда вообще с уровнем влаги, да, кожа начинается проблемы, после 30, там, 35 лет. Ну, интенсив омоложения, то же самое с сыворотка с двумя видами гиалуроновой кислоты. Ну, я рекомендую покупать, ну, просто как зубную пасту, просто рутинный уход постоянно. А там уже, как говорится, смотреть по ситуации. Вот, а теперь перейдем к таргетной, да, терапии, то есть к компонентам, которые решают определенные проблемы. Ну, я взяла самые основные проблемы. Это антиэйдж, возрастные изменения, ну, как правило, это морщины. Мимические, статические, актинические, то есть вследствие солнечной агрессии возникшие. И, соответственно, это может быть птоз, и это могут быть, соответственно, какие-то другие возрастные изменения в виде дряблости кожи, нарушение тургора тонуса. Вот, а также, естественно, возникновение пигментации тоже с возрастом ухудшается ситуация в этом отношении. И, соответственно, антиэйдж компоненты это будут какие основные? Это ультрафиолетовый фильтр, то есть у вас обязательно должно быть средство с SPF. И на самом деле, чем раньше мы начнем нормально ухаживать за кожей и защищать ее от солнца, именно, да, именно в этой части, тем меньше возрастных изменений мы получим, скажем так, ранних. Вот. Соответственно, средства SPF, ультрафиолетовые фильтры, ретинол, как самый такой, можно сказать, царь, царь антивозрастного ухода. Соответственно, пептиды, которые могут быть, сейчас отвечу, вижу вопросик, ага. Пептиды, мерлоксанты чаще всего применяются, аргилин, леукосил, синейк и подобные, да, инилайн, то есть те, которые немножко блокируют спонтанную мимику в тех зонах, где она возникает, то есть это лоб, межброви, вокруг глаз, собственно, туда они, как правило, и наносятся. Либо они содержатся в сыворотке, в которой есть еще какие-то пептиды, ремоделирующие, укрепляющие кожу, уменьшающие дряблость, и тогда мы это наносим на все лицо. Ну, такой пример простой, то есть есть у нас сыворотка Мерилакс с 3% аргилином, ее имеет смысл наносить, соответственно, на те места, где активная мимика, а есть сыворотка 5 пептидов, которая содержит комплекс пептидов, в том числе ремоделирующие, в том числе вообще мультифункциональный пептид меди, трипептид меди. Естественно, ее мы будем наносить не только на те места, где мимика активна, но и на все лицо и шею. Вот. И, соответственно, Мерилакс нам актуален примерно лет, ну, в базовом уходе имеется в виду, не в кабинете, где мы там любим, например, Мерилакс с актив лифтингом сочетать под альгинат в конце процедуры. А в регулярный именно уход Мерилакс имеет смысл назначать, когда именно нужно гипермимику убрать, то есть где-то лет до 30-35, когда нет других проблем, нет дряблости, нет птоза, потому что человек еще молодой, у него кожа еще плотная, крепкая, не нужно лишний раз, как говорится, ее дербанить активными средствами. Вот, а мимика уже есть активная, поэтому у меня релакс. Соответственно, либо если нам нужно продлить действие инъекционного ботулинотоксина со второго-третьего месяца, тогда мы мирелакс применяем, именно втираем в те зоны, где, соответственно, где заблокировали. А уже потом, после 35 где-то, ну, в некоторых случаях после 30, зависит от того, как фото старение подействовало, да, на человека, какой у него тип старения. Вот, там уже 5 пептидов, конечно, имеет смысл использовать в регулярном уходе. Антиоксиданты также, кислоты, как стимулятор обновления эпидермиса и, соответственно, средства, которые уменьшают, ну, выравнивают тон, уменьшают поверхностную пигментацию. Вот это все относится к антиэйдж компонентам. Поступил вопрос, может ли ретинол привести к появлению купероза сосудистой сеточки? На самом деле нет.
Ретинол как раз укрепляет сосуды, но если лицо при применении ретинола становится подозрительно розовым, как вы написали, это может означать, что есть проявление ретиноевого дерматита. Потому что ретинол активный, он вызывает ретиноевый дерматит. В принципе, даже мы ждем иной раз, чтобы какие-то проявления подобные, ухудшение, ну, то есть увеличение чувствительности кожи, иногда какое-то шелушение в чувствительных зонах наступило, иначе мы будем думать, что ретинол не работает. Вот, и как раз это может свидетельствовать того, что вот пошел такой ретиноевый дерматит. Что можно сделать в этой ситуации? Регулировать кратностью и количеством нанесенного препарата этот процесс. То есть если мы видим, что лицо начало очень сильно реагировать на привычные средства и даже от воды щипать, да, неприятный дискомфорт какой-то появляться, то мы наносим его просто реже. Если мы его использовали через день, значит, переходим опять на такую первоначальную схему 2-3 раза в неделю, следим, чтобы наносить ретинол правильно. Я дальше просто об этом скажу, что тогда не буду сейчас подробно об этом останавливаться. Про ретинол я еще прям конкретно поговорю. Вот, 5 пептидов под альгинат, ну, в принципе, смысл-то есть, вот, но надо понимать, что вообще пептидные препараты имеют накопительный эффект, и они, в общем-то, не начинают действовать с первого раза. Вот. И, соответственно, когда мы, например, берем пептидовый уход, мы должны хотя бы 2-3 недели им попользоваться ежедневно, оптимально там вообще 2 раза в день, ну хотя бы раз в день, потому что, ну, у нас часто бывает, что 2 активные сыворотки в уходе, например, одна утром, другая вечером, пептиды пойдут, например, на утро, а там, допустим, какие-нибудь кислоты на вечер, вот, поэтому нет возможности 2 раза в день. Но если 2 раза в день, просто вот этот накопительный эффект, он раньше наступит. Вот. И, соответственно, через 2-3 недели мы уже оцениваем, уже кожа начинает немножко укрепляться. А вот именно что касается ремоделирующих пептидов, чтобы кожа прямо укрепилась, обновилась, должен быть пройти как минимум один цикл, а то и два обновления кожи. А это как минимум месяц. Да? И чем дальше, чем старше возраст, тем длиннее этот цикл обновления кожи. То есть у 20-летней девочки он будет там за 28 дней обновляться, а у 40-летней женщины за 2 месяца. Вот поэтому, да, мы можем активные сыворотки под альгинат класть, но какого-то прям вот супер целесообразности я в этом не вижу. Просто когда мы комбинацию делаем Мерилакс плюс актив лифтинг, у нас там большая концентрация релаксанта плюс лифтинговые компоненты актив лифтинга, они после альгината дают вот такую еще подтяжку такую, надолго. Ну, там, грубо говоря, как минимум там на 8-12 часов. А как бы использовать 5 пептидов под альгинат, в принципе, его лучше в регулярный уход все-таки назначить. Под альгинат хорошо класть интенсив омоложения, то есть интенсивно увлажняющие сыворотки. Вот, можно класть вот актив лифтинг как раз, или комбинацию Мерилакс актив лифтинга. Вот это вот самый такой идеальный вариант под альгинат. Например, если кожа очень чувствительная, 3D увлажнение с тремя видами гиалуронки, с пептидом гиалпарином, тоже очень хорошо класть под альгинат, то есть вот эти вот сыворотки. Соответственно, сыворотка интенсив омоложения, нет, это не совсем замена сыворотки 3D, просто 3D это как бы более интенсивный препарат, который еще содержит пептид, который транспорт влаги из дермы, в эпидермис регулирует, содержит ток алоэ вера, который снимает чувствительность, и, как правило, назначается курсом, когда кожа тотально обезвожена и плюс еще гиперчувствительная. Когда вот эта гиперчувствительность ушла постепенно, уровень влаги немножечко восстановился, мы спокойно можем перейти на интенсив омоложения. Вот кому-то просто по текстуре больше, например, нравится 3D, потому что он легче еще, чем интенсив омоложения. Интенсив омоложения немножко погуще. Вот, с этой точки зрения еще есть любители 3D в регулярном уходе, да, нет ничего плохого его использовать постоянно, но, как бы, в общем-то, учитывая то, что она стоит дороже, чем интенсив омоложения, если нет необходимости в 3D, да, то можно сразу начать с интенсив омоложения. Если хочется попробовать, что больше комфортнее на коже будет ощущаться, в принципе, они обе ощущаются комфортно, кожа становится сразу такой бархатистой, увлажненной, гладенькой. Ну, вот кому-то нравится чуть погуще, кому-то чуть пожиже. Есть любители 3D, есть любители интенсив омоложения. По сути, они похожи. Вот еще как бы небольшой нюанс. Интенсив омоложения очень хорошо, когда какие-то нарушения кожного иммунитета есть, потому что там в составе есть бета-глюкан, который, собственно, иммуномодулятор, можно так сказать. А 3D больше вот хороша для тех, у кого именно прям тотальные обезвоженности, плюс еще реактивная кожа. Как бы суть их такой небольшой разницы. Вот, использовать постоянно можно и то, и другое.
Вот. Что касается безвожжа, да, мы так мягко перешли в следующий пункт благодаря вопросам про интенсив омоложения. Да, влагоудерживающие компоненты, это всякие там окклюзионные компоненты, увлажнители, хумектанты так называемые. Это высокомолекулярная гиалуроновая кислота, это может быть там компонент пукагель без хлоридной смола, так называемая, это может быть банальный наш глицерин, гликоли, это силиконы как влагоудерживающие компоненты. Есть нелетучие силиконы. Там, например, диметикон – это не летучий силикон. Перегружать кожу диметиконом, например, проблемную не стоит, но использовать, например, в ситуациях, когда нужно создать вот этот искусственный барьер, их тоже можно, это не страшно. Вот, они не вызывают прыщи. Это такой миф, можно сказать. Здесь плохо смывать, конечно, средства, которые большие количество, например, летучих силиконов находятся, то можно, конечно, закупоривать поры, но нужно умываться правильно тогда. Вот, соответственно, хитозан и так далее. Это все то, что снаружи блокирует влагу, не дает ей испаряться. То есть препятствует трансэпидермальной потере влаги. И есть компоненты, которые глубоко увлажняют, то есть влаговосполняющие. Это, естественно, на первом месте это ультра- и низкомолекулярные формы гиалуроновой кислоты. Причем в домашнем уходе, ну, чаще всего используется ультрамолекулярная, потому что низкомолекулярная, чтобы ее достаточное количество проникло в кожу, которая не является прямо совсем пересушенные и поврежденные, можно сказать, зияющим вот этим вот окном проводимости кожи. Вот. Все-таки для низкомолекулярной гиалуроновой кислоты нужны аппараты для того, чтобы провести ее глубже на уровень там, базальной мембраны эпидермиса, условно говоря, там, зернистого слоя эпидермиса, либо вообще в дерму. Поэтому гель-концентрат, например, с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, это золотой стандарт для флоретических аппаратных процедур. Вот. При этом домой его покупать не нужно. Домой лучше брать вот 3D или интенсив омоложения, где содержится ультрамолекулярная форма. А в 3D содержатся все три, потому что она подразумевает нанесение на очень пересушенную кожу, где низкомолекулярная попадет достаточно глубоко, просто потому что кожа, ну, можно сказать, вбирает в себя всю влагу, которую может. За исключением, естественно, высокомолекулярной гиалуронки, которая никуда не может проникнуть, потому что она для этого не предназначена. У нее очень крупная молекула, она просто удерживает влагу, давая вот эту дышащую микропленочку. Также компоненты натурального увлажняющего фактора, мочевина, молочная кислота в небольших процентах содержаниях и с низким pH тоже работают как увлажнитель. То есть это уже как раз те компоненты, которые будут восполнять влагу. Вот, вопрос возник, можно ли после нашего сальциловосьона использовать сыворотку с ниацинамидом. Ну, смотрите, тут проблема в том, что возможно, что и можно, но надо смотреть, как кожа отреагирует, потому что если это средство с ниацинамидом, там ниацинамид, цинк и так далее, которые дополнительно сушат кожу, да, будет пересушивать, например, то салициловый лосьон добавит, конечно, этого. И кожу можно просто пересушить и даже без спирта. Вот, наш салициловый лосьон, чем хорош, что в нем нет спирта, поэтому, конечно, он более лоялен коже, чем какие-то спиртовые варианты. Вот. Но я бы, честно говоря, все-таки разносила, наверное. Ну, тут сложно сказать, надо знать, какое средство, как оно вообще, как кожа на него реагирует, сильно ли оно сушит. То есть, если оно прям еще и сушит больше, то, наверное, я бы не стала с салициловым лосьоном совмещать этот ниацинамид, а взяла бы какой-то более нейтральный тоник, например, для жирной проблемной кожи. Вот. А если это, например, или там тот же матирующий, например, Сиббаланс. А если это достаточно мягкое средство, даже с 10% ниацинамидом, ну, видимо, такая большая концентрация ниацинамида, она просто для того, чтобы наиболее выражен был себорегулирующий эффект, а не сосудоукрепляющий. Вот, поэтому здесь как раз надо смотреть, как кожа будет реагировать. А пробиоскин можно использовать ли один раз в неделю, ну, честно говоря, не очень целесообразно, потому что это тоже средство, которое требует какого-то определенного накопительного эффекта, потому что про и пребиотики, они все-таки должны постоянно стимулировать нормальную микрофлору, дабы она вытесняла хлонутоген, но если один раз его использовать, наверное, ну, увлажнение и успокаивающий эффект вы получите, а воздействие на нормальную микрофлору, думаю, что нет. Ниацинамид и арбутин, а значит, это отбеливающее средство какое-то. Но, в принципе, если оно не сильно сушит кожу, то не вижу проблем с комбинацией с нашим салициловым лосьоном. Вот. Единственное, что я, честно говоря, сторонник того, чтобы средства, которые, ну, как бы работают на одну цель, вот, они использовались вместе. Поэтому, если это осветляющий какой-то препарат, то, возможно, имеет смысл перед ним наносить как раз не салициловый лосьон, а освежающий тоник с альфа-кислотами, который дополнительно отбеливающих функций будет стимулировать. Вот как-то так.
Дальше у нас сосудистые проблемы. Да? Ну, сосудистые проблемы мы знаем, что те средства, которые содержат вазопротекторы, они используются и на лицо при куперозе, и те же компоненты, в принципе, мы можем встретить в средствах для лечения варикоза. Вот, то есть это биофлавоноиды, а-ля троксирутин, например, или дигидрокверцетин, это экстракты гинкобилоба, конский каштан, листья красного винограда, арника, плющ, неоцинамид, тот же самый, причем ну, не обязательно в больших концентрациях, а там до 5%, 3-5% он прекрасно работает как раз на сосуды. Вот. Это может быть и ниацин, но ниацин имеет свои нюансы. То есть, например, в антикуперозном геле есть ниацин, то есть чистая никотиновая кислота в очень небольшой концентрации, чтобы она там безопасна достаточно для сосудов, в режиме их стимулировала, но все-таки, например, на ниацин может быть реакция кожи в виде покраснения, на ниацинамид она возникает значительно реже. Кофеин, гесперидин, пептиды, которые тоже улучшают кровоток, то есть те пептиды, которые как раз применяются, вот как был вопрос в начале, от мешков и темных кругов, да, всяких под глазами, это вот пептид асерил, например, трипептид меди тоже среди всех своих эффектов разных имеет тоже вазопротекторный эффект, и поэтому вот это вот мы все ищем тогда, когда нам нужно поработать с сосудами или снять отечность. Также, естественно, всякие средства, которые, например, гель моделирующий для нижней трети лица, на самом деле можно почти на все лицо наносить, вот, начиная отсюда до шеи, либо там тоже актив лифтинг, либо те же самые, говорится, другие любые средства с вазопротекторами. При наличии отечности общей такой по сложности очень хорошо наносить с лимфодренажем. Я не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Найдите в Ютубе наш влог из плейлиста «Сам себе косметолог», во-первых, это самый такой короткий вариант для ленивых. Я показываю там, еще в пандемию мы снимали, как делать себе 5-минутный такой регулярный ежедневный лимфодренажный самомассажик, просто когда вы либо умываетесь, либо чего-то наносите на лицо. Вот есть более подробные там про массажные техники вебинары моей коллеги Татьяны Шапрановой, тоже можете посмотреть вот эти вот уже более такие, конечно, профессиональные массажи, которые вы можете тоже себе делать. Вот, но если прям совсем лень, то вот хотя бы маленький такой лимфодренажный, когда наносите вот эти лимфодренажные средства или просто свой уходовый крем, рекомендую взять на вооружение. В общем, помогает держать в тонусе область лица, шеи. Вот, и обращайте внимание, конечно, на осанку и на заднюю поверхность шеи. То есть человек прямо так сидит, уткнувшись телефоном или в компьютер, конечно, у него сосуды, которые в этой зоне должны работать хорошо, надо работать плохо. Это тоже влияет и на появление отеков, и на цвет лица. Значит, дальше пигментация. Пигментация у нас тусклый цвет, неровный тон. Ну, неровный тон может быть за счет пигмента и за счет покраснения. Тут уже, как говорится, сосуды – это проблема, либо проблема с пигментацией. Тут, конечно, у нас в ход идут ретинол, отбеливающие компоненты, такие как фоевая кислота, арбутин, различные альфа-гидрокси или полигидроксикислоты. Это пептиды, которые, опять-таки, имеют таргетную функцию влияния, например, там, блокируют тирозиназу. То есть пептид меланостатин, например, это как раз ниацинамид, это витамин С, причем как в кислой, так и в стабильной форме. Просто кислую форму нельзя использовать в солнечное время днем, и нужно к нему относиться, в общем-то, как к легкому пилингу. А стабильные формы, такие как аскорбиоглюкозид, там, допустим, эстерси, содиум аскорбиновый фосфат, магний аскорбиновый фосфат, то есть вот эти стабильные формы, которые от солнца не размениваются сразу, не кисляются, их как раз можно, и не требуют кислого pH, как говорится, для средства, в котором они лежат. Их как раз можно вот использовать как антиоксиданты. Например, в нашей сыворотке C-Energy есть большая концентрация витамина С, 5%, при том и в липосомальной, свободной форме. И, например, в натуральной линеечке есть у нас сыворотка Трубеви Фейс, в которой тоже достаточно большая концентрация, как раз там ниацинамид, витамин С. Ну, то есть есть масса средств, которые у нас именно такую антиоксидантную нагрузку имеют, и вот они как раз хорошо комбинируются и с отбеливающими компонентами, препаратами, и, собственно, с антиэйдж. Вот, ну, ферменты, разумеется, папаин, бромелаин, ну, то есть то, что обычно в составе средств для глубокого очищения встречается. У нас это энзимная маска, разумеется, на первом месте, и в линейке ZU натуральной гильтековской тоже есть скраб с энзимным гранатом.
Вот. И, соответственно, тоже работает на неровный тон. Вот. Это вот основные компоненты, которые, в общем-то, любой может знать. Их желательно искать, если вы хотите вот какую-то вот такую проблему решить. Что касается, ну, теперь разберем само построение, да, уходов антивозрастов, ухода за проблемной кожей, уход за реактивной кожей. Вот, соответственно, антивозрастной уход. В зависимости от возрастной группы мы будем преследовать определенные цели, да. Соответственно, до 25 лет у нас будет в приоритете состояние кожи такое, как обезвоженность, нестоятельный защитный барьер, то есть воздействие агрессивной внешней среды, например, на защитный барьер или какие-то агрессивные препараты, которые человек использует. Воспаления могут быть. Это не значит, что их не может быть в 40 лет, но в молодом возрасте они тоже могут быть. В молодом возрасте не может быть дряблости кожи в норме, да, если человек не болеет чем-то серьезно очень. Вот. И, соответственно, гиперактивная мимика может уже быть в возрасте в этом 20-25 плюс. И как раз гиперактивная мимика, она является показанием как применения инъекционного ботулинотоксина, если есть к этому желание, возможность, и, собственно, неинъекционных форм, то есть ботулиноподобных пептидов. И профилактика под старение, то есть защита от солнца адекватная и использование антиоксидантов, например, хотя бы в летнее время. Вот. Соответственно, в 30-35 уже закладываются возрастные изменения определенные, то есть ультрафиолетовое повреждение, в зависимости от того, насколько человек 20-25 обращал на это внимание, оно может быть более или менее интенсивным. Опять-таки уже колебания веса влияет на состояние кожи лица, то есть птоз, отечность, статические морщины, те же самые носогубки, да, например, вот они не являются мимическими, они как раз могут появляться, спасибо. Вот, они могут появляться как раз уже в этом возрасте и начинать беспокоить. Соответственно, ну, чем стабильный вес, понятно, тем меньше вот этих вот проблем, связанных с его колебанием, да, кожа растянулась, кожа задула. Вот, поэтому здесь как раз тоже важно, но не всегда это возможно, иногда во время беременности как раз, а это как раз тот возраст, когда уже как минимум, ну, часто бывает, что уже не первая беременность вступила. И вот, и, соответственно, эти колебания веса за счет этого могли произойти, не просто от того, что человек там любит покушать. Могут быть какие-то уже сопутствующие проблемы начинаться, эндокринные в том числе. Поэтому здесь тоже как раз вот эта возрастная группа, она, в общем-то, для нее характерна, вот эти вот вещи всякие. Вот, привычная мимика, опять уже закладываются уже мимические морщины более глубокие, потому что как говорится, определенный срок прошел, как эта гипермимика работала, да, и, соответственно, уже морщина становится трудноустранимой. Вот, уже в этом возрасте начинает замедляться обновление эпидермиса и уменьшается количество гликозаминогликанов, той же самой эндогенной гиалуроновой кислоты, и нарушается, замедляется образование структурных белков кожи, коллагена и эластина. Вот, поэтому уже могут начинаться проявления, связанные уже с дряблостью кожи. Естественно, 45 плюс это уже возраст, в котором женщина приближается к менопаузальному периоду. Мужчина дольше это все происходит, как, конечно, не знаю, к счастью, к сожалению. В общем, мужчины не так быстро стареют, если они не подвержены агрессии внешней среды, да, очень сильно, да, грубо говоря, не работают на улице. Вот. Но у мужчин, я не буду подробно на мужчинах останавливаться, там есть свои нюансы, у нас тоже есть и вебинары, семинары именно касаемо мужской кожи. Надо понимать, что ну, не всем мужчинам повезло иметь плотную, толстую кожу, как говорится, как вот у большинства. Например, есть мужчины и с чувствительной, и с тонкой, и с розацией, и с чем только. Вот. Поэтому здесь как раз нет такого прямо гендерного приоритета. Другое дело, что, например, если у них есть гипермимика, то она более мощная. Мышцы сами мимические, плотнее. Поэтому, например, те же самые дозировки ботулинотоксина у мужчин выше, чем у женщин. Вот. Но касаемо состоятельности гидролипидного барьера, зачастую, да, у женщин с этим сложнее, у мужчин попроще, но не у всех. Вот. Вернемся к женщинам 45+. Это все-таки уже переменопаузальный период, уже ближе к менопаузе. Конечно, у кого-то она может наступить 48, у кого-то 55. Но в целом сосудистые проблемы уже проявляются, то есть телангиектазия, покраснение, неровный тон за счет покраснений, уже более выражена отечность, ну, если человек не спортсмен, да,
то, как правило, с гиподинамией, с нарушением осанки и так далее, отечность еще связана. Ну, и плюс, ведь все-таки возрастные изменения. Ультрафиолетовое повреждение уже к этому возрасту накапливается достаточно, чтобы уже визуально, как говорится, быть определимым. И морщины уже все виды присутствуют, как правило, и мимические, и статические, и актинические, которые вызваны солнцем. И уменьшается, конечно, количество гликозаминогликанов в дерме, плотность и количество коллагеновых эластиновых волокон, и поэтому наблюдается дряблость кожи. Понятно, что у всех разный тип старения. Есть мелкоморщинистые, где как раз вот это уменьшение ГАК и дряблость кожи превалирует, и мимика, да, активные мимические морщинки. Поэтому, а есть, например, деформационный тип старения, где преобладает отечность и птоз. Но при этом тоже есть морщинки и так далее. Вот. И, соответственно, есть мускульный тип старения у азиатских женщин, например, которые могут до достаточно, можно сказать, глубокой старости выглядеть четко и молодо за счет того, что хорошо развиты скулы, и, в общем-то, кожа натягивается, нет выраженного птоза, если только нет сильно избыточного веса. Вот, то есть есть разные варианты, но в целом основные проблемы такие. И замедляется обновление эпидермиса, что приводит к появлению тусклого цвета лица и шоколадной текстуры. И теперь я одну мысль хочу просто донести, которую я пытаюсь, в общем, всегда держать, как говорится, в загашнике, если можно так выразиться. На самом деле весь смысл косметического ухода, вот на мой взгляд, он должен быть не в бьютификации, то есть украшения, это больше декоративная косметика, там контурная пластика и прочее, но вообще косметика, особенно профессиональная, с действительно действующими компонентами в составе, она должна направлена быть на оздоровление кожи. И вот это основная мысль, основной посыл мой, как бы. Вот, поэтому то, что направлено на оздоровление кожи, на то, чтобы ее заставить функционировать как более молодая, то есть быстрее обновляться, хорошо, чтобы кровь по сосудам, лимфа по лимфатическим сосудам текла, то есть поэтому она будет более свежая, более гладкая, более подтянутая. Вот это, собственно, наша цель. Вот, поэтому, собственно, для этого мы используем активные ингредиенты, такие как ретинол, например. Да? У нас в сыворотке есть ретидерм 0,25 и 0,5, разница только в количестве ретинола. А дополнительные ингредиенты там в одной и той же концентрации находятся ниацинамид 3% и витамин С в стабильной форме, аскорбиллуказид 1%. Вот, соответственно, ретинол у нас, вот этот ретидерм 0,25-0,5, это самодостаточный, в принципе, препарат, его не обязательно закрывать кремом, но при желании, если кожа сухая, вы привыкли к плотному крему ночью, через час после нанесения можно закрыть кремом. Особенности использования активного ретинола, они практически точно такие же, как использование третинаина или, там, допустим, каких-то синтетических видов ретиноидов топических, которые для лечения кожи, например, с акне используются. Здесь важно понимать, что активный ретинол это предшественник ретиновой кислоты, ретиноина. Да? Ему нужно сделать два шага, чтобы превратиться в ретиновую кислоту, и она как раз и будет оказывать эти эффекты и сосуду, и на сосуды, и воздействовать и всем регулирующим эффектом обладать, и осветлять кожу, и запускать выработку, опять-таки, коллагена и эластина в дерме, то есть обновлять эпидермис быстрее, то есть вот эти все эффекты оказывает ретиновая кислота. Так вот, ретинол активный нельзя использовать при беременности и планировании. Это не страшно, действительно, если вы, допустим, пользовались и узнали, что беременна, но продолжать просто не нужно и отнестись более ответственно к скринингам плановым, там, 15 недель, 25 и так далее. Вот. Конечно, ничего там какой-то огромной концентрации с поверхности кожи, даже если вы желтый пилинг сделали, потом узнали, что беременны, скорее всего, не произойдет. Но просто никто в здравом уме не будет использовать и тестировать на беременных женщин компонент, который известно, что обладает тератогенным эффектом при пероральном приеме. Вот поэтому эти все ограничения и существуют. Соответственно, применяется активный ретинол вечером, не столь даже потому, что он может снизить устойчивость кожи к ультрафиолету, только потому, что на свету он просто разлагается, окисляется и, в общем, действует неадекватно. Поэтому ретинол – это всегда вечерний наш гость. Выступать он любит соло, как я уже говорила, поэтому лучше не наносить ничего после, либо наносить где-то через час.
какие-то смягчающие препараты. Очень важно кратность нанесения и количество, то есть не нужно перебарщивать. То есть правило горошины, это значит, что там одно движение дозатором, величиной с горошинку, достаточно на все лицо, если вам нужно еще на шею и декольте, желательно это делать, а еще лучше пыльную поверхность. Рук тоже не забывать. Мы наносим две горошины. Наносим обязательно на сухую кожу. Сухая кожа это означает не просто не мокрая, а то, что после умывания прошло минут 15-20, ну, максимум 30, если у вас очень сухая кожа сама изначально по типу. Это делается для того, чтобы у нас кожа успела выработать немножко кожного сала собственного, для того, чтобы агрессивное действие ретинола было не столь выраженным. Вот. Поэтому чем суше кожа, тем дольше ждем и не наносим сразу после умывания. Конечно, есть обладатели грубой, нечувствительной кожи, и когда уже привыкли к ретинолу, то есть вы пользуетесь уже несколько месяцев, и у вас никакого ретинола дерматита уже давно нет. Да, конечно, иногда мы грешим и почти сразу после умывания тоника наносим. Сама, честно сказать, так делаю иногда. Вот. Но если есть возможность, лучше все-таки подождать. Особенно если вы в начале приема, ну, то есть в начале применения ретинола, только начали, только познакомились с этим препаратом, конечно, лучше тогда скрупулезно выполнять вот эти все нюансы. Вот, наносим на сухую кожу, вечером горошинку, не наносить на поврежденную кожу чувствительные участки, вот, допустим, был у вас насморк, круги носа в не очень хорошем состоянии, не надо носить ретинол, пока они совсем не доживут. Соответственно, нельзя после повреждающих процедур, пилингов, каких-то чисток и так далее, лучше подождать. Перед инсоляцией и повреждающими процедурами мы отменяем ретинол, ну, минимум за 2 недели. То есть, если мы собираемся в отпуск, за 2 недели до отпуска лучше отменить ретинол, а побольше пользоваться всякими антиоксидантными средствами, например, сыворотка Сенерджи, которая, и продолжить ее потом использовать в отпуске, которая будет, наоборот, повышать устойчивость кожи к ультрафиолету. Прогнозируемые побочные эффекты его это ретиноевый дерматит, то есть повышение чувствительности кожи, соответственно, может быть шелушение в каких-то чувствительных зонах, покраснение, кожа начнет реагировать на привычный крем, привычную воду даже таким каким-то дискомфортом. Это означает, что ретинол работает, действительно ретиноевый дерматит. Ну и как я уже ранее говорила, мы корректируем это количество нанесения, смотрим, не переборщили ли мы. И нанесением, кратностью нанесения. Да? То есть в идеале мы начинаем применять ретинол с 2-3 раз максимум в неделю. И потом в течение 1,5 месяца где-то переходим на режим стандартный через день, через вечер. И большинству людей, как правило, такой режим оптимален, потому что в другие вечера мы можем добавлять другие препараты. И, соответственно, хороший вопрос, вижу, сейчас отвечу. Соответственно, мы вот эти вот через день ретинола обеспечиваем, он достаточно хорошо диффундирует, достаточно хорошо депонируется в коже, поэтому даже не обязательно наносить ежевечерний. Если вдруг чувствуем, что как-то вот стало прям дискомфортно и нас это пугает, то значит мы опять возвращаемся к более редкому нанесению. Кому-то, может быть, поддерживающий режим там 2 раза в неделю будет достаточно. То есть смотрим уже по чувствительности кожи, по эффекту и так далее. Не всем нужно переходить с 0,25 на 0,5. То есть при грубой такой кожи, которая требует действительно более активного, более агрессивного вмешательства, возможно, это нужно, а кому-то и 0,25, учитывая то, что там еще ниацинамид работает, и витамин С, будет вполне достаточно. Каждый новый цикл, да, Екатерина, действительно лучше начинать с 0,25, и переходя с других фирм на ретиноле вы были, да, на каком-то, тоже желательно начинать с 0,25, потому что, например, ретинол, допустим, какой-то другой фирмы, даже если у него была там, например, 0,5 концентрация, бывает, что более слабенький, чем, например, наш 0,25, и если взять сразу 0,5, особенно в области шеи там, или в периорбитальной зоне, можно получить хорошенький такой ретиноевый дерматит. И дискомфорт, и красные пятна, и прям вот практически как аллергическая реакция это может выглядеть. Поэтому некоторым даже бывает, что 0,25 на лицо идет хорошо, и периорбитальную зону, только навеки, естественно, не наносить его. Вот. И на шею. То есть мы как бы на лице переходим на 0,5, а на шее оставляем 0,25 на периорбитальной зоне. Вот это я имел в виду. Там, где более тонкая кожа и более такая требовательная. Вот, и, соответственно, когда мы применяем ретинол, у нас весь окружающий уход пляшет вокруг ретинола, мы добавляем побольше смягчающих, увлажняющих средств, это будут сыворотки, там, в первой половине дня, антиоксидантные, или там, допустим, с
кислоту. Это будут кремы, которые будут смягчать кожу, например, NMF Protection, тот же самый. Или вот скоро у нас новинка должна выйти для сухой кожи. Крем Rich and Restore, тоже обратите на него потом внимание, потому что он и с пептидами, и в общем, с питательными всякими компонентами. Интересно, такое у нас не было такого прям плотненького крема раньше в линейке. Они все у нас достаточно легкие. Но вот ждем. Соответственно, вот эти вот смягчающие увлажняющие средства, они как раз минимизируют побочные эффекты в виде там шелушения, раздражения и так далее. Вот. Конечно, если кожа грубоватая и хочется вдруг побыстрее отшелушиться, иногда добавляем, конечно, кислоту с осторожностью. Это может быть и сыворотка Альфа-Дерм в те дни, когда нет ретинола. Естественно, не для начинающих ретинольщиков, вот я сразу могу сказать. Вот это та же энзимная маска регулярно, там, допустим, один раз в неделю. Но когда мы первый раз начинаем ретинол, или первый раз после долгого перерыва, или вообще кожа не очень привычна к ретинолу была, то всегда мы прям вот маленькими шажками с осторожностью действуем. Здесь как раз лучше из серии перебдеть, чем недобдеть. Соответственно, кислоты, да, освежающий тоник, например, с ака-кислотами, такой совсем легкий, мягкий препарат, он и в программах для проблемной кожи, и для возрастной, и для пигментированной, тоже в уход входит, как правило, в вечернее применение, завершение очищения. Это, естественно, регулярный уход с энзимно-пектиновой маской, ее можно и под пленку наносить, если кожа склонна к воспалению комедона образования, и делать по ней сам массаж влажными руками, если просто мы как антиэйдж вариант такой используем ее, просто стимулятор обновления эпидермиса в регулярном уходе. То есть есть разные варианты применения. Экспозиция 15 минут, соответственно, максимально. Вот, есть сыворотка Альфа-Дерм с миндальной кислотой и комплексом АХ-кислот, влажняющими компонентами, которые используются в регулярном уходе уже. Да? Есть, например, всесезонный пилинг, который используется, ну, как правило, курсом. Хоть он всесезонный, конечно, все-таки чаще его применяют в осенне-зимний период, там, весенний. Ну, теоретически миндальная молочная фируловая кислота не являются потенциально фототоксичными, поэтому с соблюдением всей предосторожности, максимальный SPF, избегать нахождения на солнце и так далее, так же, как и ретинол, используется в тех регионах, где нет зимы. И вот так же и всесезонный пилинг можно делать с осторожностью, просто не подвергать кожу лица инсоляции. Механические защиты тоже не забывать, шляпы всякие, бейсболки, крупные очки. Вот, соответственно, делается, как правило, курсом из 5-6 процедур раз в неделю и тоже дает очень хороший эффект на кожу, может использоваться на чувствительной коже. Пептиды, как работающие активы именно в антивозрастном уходе, которые чаще всего нужны. Вот это как раз аргирелин в сыворотке Мирилакс, пептид Мирилаксант, это сыворотка 5 пептидов, там целых 5 пептидов, то есть 2 Мирилаксант, аргирелин, люмфосил, трипептид меди, матрикстил, как укрепляющий кожу, да, пептид, и плюс еще элистаз, который тоже является ремоделирующим, таким стимулирующим пептидом, который стимулирует и синтез коллагена, и ингибирует фермент, который разрушает дермис. Вот, соответственно, про пептиды мы помним всегда важную вещь. Сори, чтобы не хрипеть, вот, много говорю, чтобы не наносить их сразу после кислой какой-то, допустим, кислого очищения, например, тоника с ахокислотами, и избегать нанесения его под кислые средства, то есть под альфа-дерм, под пектиновый гель наносить сыворотки 5 пептидов и Мирилакс не нужно. Ну, особенно сыворотки, которые содержат именно пептиды Мирилаксанты, они из тех пептидов наиболее критично относятся к pH ниже 4. Вот. Крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга тоже содержит матриксил морфомикс 2%. Соответственно, в ней же содержится высокомолекулярная гиалуроновая кислота, в ней содержится ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, полулан. Ну, то есть крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга – это легкий крем в области век, когда склонны к образованию отеков, тоже темных кругов. Если нужен не крем для этой зоны, то есть гель с пептидом ассерилом противоотечным, который не содержит масел и, соответственно, тоже может использоваться в периорбитальной зоне при наличии темных кругов и отечности. Вот. Полностью убрать темные круги вы понимаете, что мы не можем, потому что, как правило, это все близко расположенные сосуды. Мы можем только кожу уплотнить и улучшить кровоток, чтобы эти сосуды прям вот, можно сказать, не визуализировать слишком сильно. Вот, поэтому здесь как раз вот эти средства применяются. Сыворотка 3D увлажнение содержит пептид дифупарин, это уже пептид-увлажнитель, можно сказать, который регулирует как раз, как я уже упоминала, влажность кожи за счет того, что транспорт ее стимулирует вот через эти аквапариновые каналы из дермы в эпидермис.
У эпидермиса нет собственной влаги, да, он из дермы, из сосудов, из капилляров, да, берет эту влагу. Соответственно, укрепляющий крем для век церамиды и пептиды содержит комплекс церамидный и пептидный комплекс, тоже ремоделирующих, таких укрепляющих кожу пептидов, комплекс синтакс. Также в нем есть сосудоукрепляющие компоненты, экстракт гинкобилоба и депантенол. Это такой плотненький крем для век, вот кто любит. Кто любит более легкий и склонен к отекам, там крем-сетка для век хорошо. Кто любит более плотный для этой зоны крем, то укрепляющий крем для век церамиды и пептиды. Вот, ну, соответственно, все они в 30-миллилитровой упаковке, что очень хорошо и экономично, потому что любой крем, например, для зоны вокруг глаз, вы можете спокойно использовать либо на все лицо, либо, например, на область шеи. Зона переорбитальная, зона шеи очень похожа по структуре кожи, и поэтому все средства для век очень хороши для зоны шеи. Такой лайфхак. Вот, соответственно, антиоксиданты могут отнести, можно отнести к работающим активам именно в антиэйдж, хотя не только в антиэйдж. Это как раз на первом месте это сыворотка Сиэнерджи, это такая, можно сказать, квинтэссенция всех наших антиоксидантов, которые только можно вообразить. Это и 5% витамин С, который состоит из двух составляющих, то есть это аскорбилглюкозид, стабильная форма, и стабильная же форма аскорбилпальмитата, еще инкапсулированная в липосомах. Соответственно, 3% ресвератрола, 0,5% фероловой кислоты, дегидропирцетин наш 3%. Ну, профессионалы, кто с ГТЭКом давно работает, знают липосомальный дегидропирцетин по препаратам Эстерии Нео. Это гель для сухой нормальной кожи Нео, антивозрастной гель Нео и лосьон-концентрат наш любимый Нео с 10% дегидропирцетином. Вот, идеальный тоник для тоничной тусклой кожи и людей 35+. Тоже один из моих личных любимых, можно сказать, препаратов. Вот. Но здесь вот как раз 3% достаточно большая концентрация вот этого дегидрокальцитина тоже в Сиэнерджи. 5% ниацинамида и витамин Е, зеленый чай, то есть другие антиоксиданты, которых там поменьше, но они, в общем, как дополнение то, что там лежат, плюс там депантенол, высокомолекулярный гиалурон, как увлажнитель. То есть это как раз прям вот, вот ну, самый-самый концентрированный, можно сказать, раствор, препарат, состоящий сплошь из мощнейших антиоксидантов. Сиэнерджи можно использовать и утром, и вечером, утром под СПФ, если, конечно, если УФ-индекс высокий. Вот. Но там стабильная форма витамина С, там не будет никаких проблем нанесения первого дня. Крем антиоксидантный коктейль Витаматрикс, витамины А, С, Е тоже. Вот, входит туда, ну, их, естественно, там гораздо меньше по концентрации, это все-таки крем, он наносится как раз поверх Сиэнерджи, например, они очень хорошо комбинируются, но поверх Сиэнерджи можно не обязательно Витаматрикс наносить, можно, например, средство с защитным фактором наносить какой-то. Вопросик тут прилетел. Скажите, при проведении лазерной биоэлектризации по протоколу перед процедурой маска пектиновая, но ее рекомендуется 2 раза в неделю. Сеанс рекомендован ежедневно, либо по салонной схеме. Ага, ну вот я, кстати, в вебинарах, семинарах вот по лазерной биоэлектризации, приходите к нам, если вы в Москве очно, вот, всегда говорю, что мы делаем курс из 10 процедур ежедневных или через день. И этап глубокого очищения в протоколе, он будет либо на первой, пятой и десятой процедуре, да, либо, то есть мы смотрим, сколько у нас процедур. Если там мы делаем чуть больше, чем 10 процедур, потому что иногда бывает, наверное, там, через 2 на 3 делается, и тогда мы просто удлиняем курс до 15 процедур, вот, то тогда еще на 15 процедуре будет. То есть как бы каждые 5 процедур мы делаем энзимную маску, а все остальные процедуры, которые идут между, они идут поверхностное очищение, тоник, дальше наносим гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, выполняем процедуру, а дальше уже опционально мы делаем маску, какую хотим. Ну, чаще всего вот, я предлагаю делать вот, гель для сухой нормальной кожи Нео плюс лосьон-концентрат Нео, одноразовая масочка, он дает такой эффект фарфоровой кожи сразу. Вот, вы можете посмотреть по лазерной биоэлектризации, у нас есть не один вебинар на канале, я там прям подробно именно про эту процедуру рассказываю, про протокол, и у вас там вопросов вообще не останется. Вот, так что прям вот посмотрите, и будет достаточно, я думаю, информации, я там прям все очень подробно рассказываю. Соответственно, в процессе рассказа визуально показываю. Я постараюсь, возможно, в каком следующем вебинаре картиночки присылаю купить сюда. Ну, учитывая то, что у нас большое количество текста, я, честно говоря, по опыту поняла, и по опыту тех, кто смотрит, особенно с телефона, эти вебинары, что вот этот и так текста много, он мелкий, если туда еще картинку приделать, к сожалению, будет очень плохо видно. Вот, я сама как бы уже в силу возраста какие-то определенные
проблемы со зрением имею, и мне, например, сфокусироваться на раз сложнее на мелком тексте, поэтому я стараюсь, где много текста, там картинки не вставлять. Но визуально, возможно, было красивее, да, спасибо за совет. Значит, так, мы здесь еще захватили два пункта. Это антиоксиданты в составе турбобифейс, но я уже упоминала, там ниацинамид и витамин С. Витамин С как антиоксидант самый основной, плюс там еще растительные компоненты тоже с антиоксидантным действием присутствуют. То есть это сыворотка из натуральной линейки, очень хорошо тоже лимфодренажит, очень хорошо используют в первой половине дня, если вечером какие-то погрешности с питьем были. Вот, и, в общем, преклон с секотеком тоже хороша, особенно, ну, любят, конечно, натуральную линейку те, кто вообще любит натуральную косметику, именно по этическим соображениям, как бы, ищут вот эти вот средства, но, в целом, Труби Бифейс вполне себе профессиональный препарат, ничем не хуже профессиональной линейки Гильтек, поэтому можно обратить на него внимание. Вот, Пробиоскин, это тоже сыворотка, которая чаще применяется при чувствительной коже, когда там реактивная кожа, или после курса антибиотиков, или глюкокортикоидов, или химиотерапии и так далее, когда нужно, в общем, нормальную микрофлору немножко подстегнуть. Но там, помимо, собственно, пробиотиков, в составе есть и, собственно, антиоксидантный компонент, в том числе там, и эфирное масло сладкого апельсина, и витамин С будет в форме аскорбилглюкозида стабильным, будет тоже антиоксидантную функцию выполнять. И хорошо он сочетается, кстати, с кремом Мегаполис, из тоже линеечки ZU натуральной, где тоже много антиоксидантов, и в составе есть тоже лизаты бифидобактерии, иммуноглюкан, то есть пребиотики. То есть они очень хорошо дружат, пробиоскин и крем Йомегаполис с SPF 10, именно по части того, что в них вот эти вот пропребиотики, один и тот же комплекс есть и в сыворотке, и в креме, то есть очень хорошо сочетаются. Соответственно, вот пример. Пример антиэйдж-рутины. Да? Например, утром мы умылись муссом с витамином С. Как и все гильтековские умывалки, он не содержит никаких хлорид или моносульфатов, да, у него кокглюкозид, теокал-глутамат, мой сейчас снова, очень мягко. Соответственно, в качестве тоника используем антиэйдж-рутину, да, значит, лосьон концентрат Нео с сосудоукрепляющими компонентами, с 10% дегидрокверцетином, с всякими экстрактами, там арника, плющ, бузина, постельница, лекарственная эмаль, огурец, то есть там очень такой активный комплекс экстрактов в составе, и, соответственно, ватным диском протерли и нанесли сыворотку Сиена же с антиоксидантами. После этого опционально, если есть смысл отдельно поухаживать за периорбитальной зоной, наносим укрепляющий крем для век с тарамидопептидами, либо крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга, кто как любит. И завершаем уход, соответственно, нанесением CC-крема, когда сыворотка полностью впиталась, CC-крем наносим Smart Color с SPF 25. Ну и выбираем, соответственно, какая степень укрывистости нам нужна. 0,1 это более прозрачный такой, совсем прям вот только светоотражаечки фактически будут видны, и легкий тон. А 0,2 он так идеально подходит, скажем так, когда нужно чуть-чуть побольше замаскировать, но это все равно не будет плотное тональное средство. Этот CC-крем, он все-таки полупрозрачное покрытие предполагает. Ну, 0,2 хорошо очень подходит, если стандартный там наш любимый второй фототип, который чаще всего встречается. И, соответственно, на нашей территории клинические, и, соответственно, вот 0,2, наверное, будет идеально для этого варианта. Ну, или если совсем вот не нужно тон, то вот 0,1, он более такой прозрачненький и лучше подходит тем, у кого прям совсем светлая белая кожа. Соответственно, вечером мы опять-таки умываемся. Если нужно смыть макияжку, декоративную косметику, значит, можно гидрофильное масло антиоксидантное добавить перед муссом. И можем использовать, например, освежающий тоник с ахакислотами и сочетать его с обновляющим флюидом альфа-дерм, с миндальной кислотой. Ну, как правило, если там пигментация или там, допустим, склонность к воспалению, очень хорошо вот такой вариант будет. Либо, допустим, если у нас человек на ретиноле, значит, там будет какие-то вечера ретинол, то есть ретидерм 0,25. Вот, освежающий тоник с ахокислотами тогда мы можем использовать, но с осторожностью. Здесь уже мы тогда перед ретинолом возьмем, например, лосьон концентрат Нео. Если же у нас там грубая кожа и так далее, кислоты нормально переносят перед ретинолом, все равно мы будем ждать после, как говорится, умывания какое-то время. За это время pH кожи установится, не будет сильно закисляться.
наносим спокойно ретидерм 0,25. Здесь уже надо посмотреть, можно ли кислоты перед ретинолом нанести. Соответственно, в другие вечера у нас будет какой-то другой вариант, да, например, пептиды или антиоксиданты. Через день у нас будет вот такой вечерняя рутина. Либо еще вариант вечерней рутины мусс с витамином С, например, плюс лосьон концентрат Нео и омолаживающий концентрат 5 пептидов. Здесь однозначно уже тоник с сахарокислотами не подходит, потому что он кислый, а пептиды мы не наносим на кислые средства. Соответственно, укрепляющий крем для век церамидос и пептидос опционально. И закрыть это все мы можем кремом ночным увлажняющим или, например, кремом NMF Protection, если нам нужно больше восстановить гидролипидный барьер. Либо вот ждем новинку для более сухой кожи, крем антивозрастной Rich and Restore. И раз в неделю у нас в антиэйдж-рутине будет энзимная пектиновая маска, 15 минут под самомассаж, и потом смыть, лучше всего, как я уже говорила, какой-нибудь такой салфеточкой с рулончика, и влажной, и нанести привычный уход. Соответственно, дальше. Дальше едем. Проблемная кожа. Тема у нас сегодня, конечно, мы полтора часа, конечно, не уложились, потому что у нас очень много всего, и плюс вопросы. Я надеюсь, что у вас терпения хватит до конца вебинар посетить по возможности. И, соответственно, постараюсь сейчас побыстрее пойти. Значит, правила подбора для проблемной кожи. У нас осталась проблемная кожа и чувствительная, реактивная. Проблемная кожа у нас, соответственно, всегда будет очищаться мягко, потому что любое жесткое очищение, оно будет, наоборот, стимулировать выработку пигментаторную сальными железами кожного сала, чтобы удержать убегающую с кожи влагу. Поэтому мягкие очищающие средства, если нужно что-то, камуфляж какой-то снять, значит, используем дополнительное гидрофильное масло вечером. Соответственно, желательно использование тоника, не содержащего поверхность активных веществ. Ну, к гельтеку это напрямую относится, потому что пах у нас тоники не содержит. Но если какие-то другие марки, да, человек использует, то надо обращать внимание, чтобы не было поверхностно активных веществ. В тониках они часто встречаются, особенно в масс-маркет-сегменте, включая люкс-масс-маркет-сегмент. Вот. И там, например, те же самые полисорбаты 2080 и тот же какой-нибудь полоксамер 184 в тониках встречаются довольно-таки часто. Ну, дешевые ПАВы часто используют для того, чтобы какие-то воднерастворимые вещества растворить и так далее. Но в целом эти компоненты для регулярного завершения очищения, особенно для проблемной чувствительной кожи, они не хороши. Поэтому лучше все-таки брать те тоники, в которых нет ПАВ. То есть просто вода, какие-то экстракты или какие-то активные вещества без поверхности активных веществ моющих. Вот, соответственно, утром, если это проблемная кожа с гиперчувствительностью, мы можем заменить очищение на тоник, как я уже говорила, то есть умыться кипяченой водичкой или фильтрованной и, соответственно, протереть тоником как вариант. Значит, минимум комедогенных компонентов в косметике должно быть предпочтительно ойл-фри текстуры, либо, там, допустим, легкие какие-то сыворотки с минимальным содержанием масла. Если это крем, то тоже с минимальным содержанием масла. Ну, вот, например, у нас крем увлажняющий, или крем с SPF 15 для комбинированной кожи. Там масло всего 4%. То есть это очень-очень легкий крем, ну, практически по текстуре, как молочко. То есть он будет нормально переноситься с проблемной, например, жирной кожей. А, например, крем, который выйдет, да, у нас противовозрастной Rich and Restore, да, он будет тяжеловат для кожи жирной, потому что там все-таки масляная составляющая будет выше. Вот. Соответственно, должен быть, естественно, при проблемной коже косметический минимализм. Один, там максимум три активных препарата в уходе, плюс средство какое-то SPF желательно oil-free. И не прыгать, как говорится, хаотично с одного средства на другое, а все-таки курсом использовать определенные препараты, которые обладают накопительным эффектом, дождаться этого накопительного эффекта, потому что кожа проблемная, она всегда с нарушенным гидролипидным барьером, она всегда более реактивная, и, соответственно, вот эти вот скачки, попробуй одно, потом другое, через неделю третье, они ничему хорошему не приводят, приводят только к тому, что кожа начинает на все подряд реагировать плохо. Вот. При розации, естественно, мы делаем акцент на сосудоукрепляющих компонентах, антиоксидантах и успокаивающих ингредиентах. Регулярное глубокое очищение, профилактика гиперкератоза, образование комедона, то есть энзимная маска та же самая 1-2 раза в неделю,
последующее нанесение маски по рассушивающему персеп баланс, это как раз такой, в общем-то, важный момент, потому что при акне основной причиной, помимо гиперколонизации кожи, при рассушивании патогенной микрофлорой и повышенной выработке кожного сала, является как раз гиперкератоз. Вот, поэтому важно. При розации глубокое очищение надо с осторожностью осуществлять. Все зависит от обострения и обострения, как кожа реагирует на энзимы, на определенные препараты. Кому-то, например, только ультразвуковая чистка подойдет, кому-то, например, энзимная маска хорошо переносит. Вот, тут надо действовать по ситуации. Соответственно, от ультрафиолета защищаемся в соответствии с УФ-индексом, который смотрим прогноз погоды. Вот, особенно при розации важна защита от солнца, потому что для розации солнца ультрафиолет является одним из основных триггеров, которые вызывают обострение. Вот, поддержка барьерной функции – это уже стандарт, как бы увлажнение, косметика со слабокислым pH. Это как раз нам нужно всем, ну и проблемной кожи в том числе. Значит, домашний уход за проблемной кожей, он будет разделяться на уход лечения и уход на фоне лечения. То есть, когда у нас первая, вторая стадия акне, условно говоря, то есть, или какие-то эпизодические воспаления, нам достаточно использовать средства косметические, профессиональные, как правило, которые содержат те же фактически лечебные ингредиенты, но там, допустим, более-менее маленькой дозировки, плюс содержат какие-то еще дополнительно ухаживающие компоненты, и, собственно, на них можно вполне себе выйти в ремиссию. То есть это будет стопакне, 10% азелаиновой кислотой, пантенолом, это будет альфа-дерм с миндальной кислотой, это может быть дематен с 1% серой, с алоэ, с гиалуронкой, это как вспомогательные уже ингредиенты, ну, средства, да, это будет уже тоник матирующий, например, себобаланс с каламином, цинком, с гомомелисом, депантенолом, который вот взбалтывает, надо, знаете, наш вот этот, наверное, препарат. И вот это как раз отшелушивающий лосьон с салициловой кислотой и экстрактом коры ивы, и тоник с ахокислотами. Как мы комбинируем? Допустим, стоп-акне утром, альфа-дерм вечером. Или, допустим, стоп-акне утром, поверх него дематен, стоп-акне вечером, например. То есть мы можем по-разному комбинировать. Для очищения, естественно, мягкий гель очищающий, тоник матирующий утром, например, а отшелушивающий лосьон салициловый вечером, либо отшелушивающий лосьон, например, пару раз в неделю, в остальное время вечером тоник с ахокислотами. Вот так комбинируем уход лечения. Вот. Когда же у нас уход на фоне дерматологического лечения, там уже важно, конечно, учитывать, чем лечится пациент. То есть, как правило, лечится средствами довольно-таки агрессивными на основе адаполена, это синтетический ретиноид, либо бензилпероксид, либо комбинация, либо это может быть, допустим, тазозавалинная кислота, но в более большой концентрации в виде препаратов, скинорен и так далее. И вот, естественно, тогда мы уже не будем дополнять другим препаратом косметическим с азелаиновой кислотой, а будем уже пытаться нивелировать эффекты от этого агрессивного лечения при помощи наших препаратов. Тогда у нас пойдет как раз дематен в уход, как увлажнение, успокаивающий эффект, и плюс еще противовоспалительный за счет того, что сера, она все-таки контролирует размножение фонтогенной микрофлоры, особенно для щадомодекса. Вот. То есть, соответственно, у нас дематен пойдет в уход, да, остальное будут лечебные препараты. Пробиоскин нам будет, возможно, нужен. Многие пациенты на фоне лечения агрессивным средством хорошо очень реагируют на пробиоскин, потому что он еще чувствительность уменьшает и немножечко стимулирует выработку нормальной микрофлоры, и, соответственно, патогены меньше образуются. Вот этот звено патогенеза акне, как вот гиперколонизация патогенной микрофлоры, как раз вот будет на это воздействие. Дематен за счет серы на это действует, пробиоскин за счет пробиотиков. Вот. Если, допустим, у человека экскорировано акне, или ему делали какие-то агрессивные манипуляции, если то у него есть повреждения на коже, можно там добавить на какое-то время интенсив регенерацию, именно для ускорения заживления. Либо вот когда акне эскариатика, когда человек расцарапывает свое воспаление, у него постоянно какие-то свежие травмы на лице, чтобы они быстро затягивались, заживали. Также может, как бы на фоне лечения может быть полезен матирующий флюид, ну, в дневном уходе, как бы, чтобы кожа не жарнела. Просто так интенсивно, да, то есть как бы 3% неоцинамид, цинк и всякие себорегулирующие компоненты позволяют коже какое-то время, несколько часов, допустим, не жарниться. Ну, это кому нужно вот иметь больше такой наполовину декоративный эффект, наполовину накопить не за счет ниацинамида и цинка, конечно, мы будем получать все меньше и меньше будут сальные железы, ну, насколько это возможно в каждом индивидуальном случае, вырабатывать кожного сала. Соответственно, тоники. Тоник для жирной проблемной кожи уже здесь пойдет. Ну, матирующий себ-баланс тоже, конечно, можно использовать. Например, утром себ-баланс, вечером
Для жирной проблемной кожи. Салициловую кислоту и тоник с ахай-кислотами мы тогда не берем уже в уход, если у нас есть агрессивный компонент лечебных препаратов, которые применяет пациент. Ну и при розации, конечно же, у нас лосьон-концентрат Нео, это основной тоник вообще, если вы видите пациента с розацией, в качестве тоника безошибочно можно назначать лосьон-концентрат Нео и даже не задумываться. Ну и в дополнение пойдет защита от солнца, мультипротектор, например, с SPF 50+, free, как вариант, маска просуживающая с энзимной маской для регулярного, но это уже когда, соответственно, у нас идет уход лечения, да, когда уход на фоне лечения, мы с энзимной маской осторожно, то есть на фоне раздраженной кожи, конечно, мы не будем делать вот эти процедуры глубокого очищения, а если кожа более-менее спокойная, то можно. Ну и как лайфхак такой, да, что можно вместо очищающего геля взять, например, гель для интимной гигиены со слабокислым pH, с молочной кислотой, умываться им при проблемной коже. Соответственно, пример домашнего ухода для молодой проблемной кожи, как вариант. Пишешь два вопроса, сейчас отвечу. Вот, здесь мы щадящее очищение осуществляем гелем очищающим, потом взбалтываем хорошенько, чтобы распределился вот этот вот осадочек этой суспензии с тоник Себа Баланс. Протираем ватным диском, после этого наносим, например, стоп-акне. И в зависимости от фиолетового индекса, легкий какой-то гелл-фри или легенький совсем крем с SPF. Вечером умываемся, соответственно, если нужно, используем гидрофильное масло предварительно, потом либо мусс, либо гель. Дальше мы можем нанести отшелушивающий лосьон салицилик 2%, потом, допустим, либо стоп-акне, либо альфа-дерм. Ну и раз-два в неделю глубокое очищение, это энзимная маска плюс себе баланс маска последовательно. Естественно, при наличии проблемной кожи мы самомассажи по энзимной маске не делаем, мы кладем ее под пленку, как холодное распаривание. Пленку через 15 минут сняли, маску смыли и, естественно, нанесли потом глиняную маску еще на 15 минут тонким слоем, потом ее смыли, тоником еще раз протерли и нанесли вечерний уход, например, шпилит альфа-дерм. Вот, и, соответственно, если, как говорится, пример, да, если человек лечится какими-то активными препаратами, там, бензолпероксид, адапален, азолаиновая кислота и так далее, вот, то тогда мы заменяем активные средства, то есть стоп-акне, альфа-дерм, на дематен пропиоскин, можно пектиновый гель заменить со слабокислым pH при необходимости, и, соответственно, убираем активные тоники, заменяем их на более нейтральные. Вот, при зрелой проблемной коже мы примерно все то же самое используем, просто добавляем туда антиэйдж препараты, как правило, на гелевой основе, ойл-фри основе. И, соответственно, если при проблемной коже, например, возрастного пациента, ну, зрелый, правда, не обязательно возрастного, да, 40 лет, молодой, совсем еще женщина, но как бы уже могут быть какие-то проявления в виде морщин, дряблости кожи в зоне вокруг глаз, тогда мы можем более плотный какой-то, более питательный крем, а-ля укрепляющий крем для век церамиды с пептидом, наносить на периорбитальную зону, на шею, например, можно наносить что-то более плотное. Но на лице, где воспаление преобладает, там стараемся все-таки обойтись более легкими текстурами. Поэтому у нас будет, например, умывание, тоник, допустим, все баланс или для жирной проблемной кожи, то есть не с кислым pH, да, потом наносим сыворотку 5 пептидов, и, соответственно, крем для зоны вокруг глаз. И дальше на места с воспалением можно нанести противовоспалительную сыворотку, например, и как бы завершить каким-то средством с SPF-фактором, например, с кремом. Надо просто единственное еще учесть, ну, стоп-акне с пептидами, в принципе, сочетается, потому что у него не кислый pH. Но все-таки желательно по времени разносить, немножко подождать хотя бы 15 минут перед нанесением стоп-акне, потому что на те участки, на которые попадет стоп-акне, у нас нанесены 5 пептидов, хотелось, чтобы они там хоть какое-то время поработали. Вот, поэтому это надо учитывать. Соответственно, вечернее умывание, как в предыдущем протоколе, и, соответственно, регулярное очищение раз-два в неделю тоже, как в предыдущем протоколе. Пептиды мы можем заменить на сыворотку Сенерджи, в принципе, и вечерний альфа-дерм мы можем заменить на ретинол, потому что, например, ретинол обладает и противовоспалительным хорошим эффектом, и если воспаление не так сильно выражено, что прямо их надо лечить, то, в принципе, ретинол может и двух зайцев убить, то есть воспаление станет меньше, а в то же время еще антиэйдж эффекты он даст. Вот. Только помним, что не ежевечерний мы его используем. Мы летим, когда адапалена, мы ежевечерний используем, и плевать нам на ретиноевый дерматит. А вот когда мы используем в косметическом уходе ретинол, да, желательно все-таки хотя бы через день
так будет более мягко. Процедура глубокого очищения, которую можно сделать и дома, и в кабинете, она у нас, как говорится, известна. И щадящее очищение с очищающим гелем, салициловый лосьон, энзимная маска последовательно, да, под пленочку. Потом пленку сняли, поросуживающую маску, тембаланс положили на 15 минут. Потом смыли, протерли тоником, с ахокислотами и нанесли, например, обновляющий флюид Альфа-Дерм. Это в чистом виде атравматичная чистка. То есть мы ничего не даем, ничего не удаляем, просто работаем косметическими средствами. Ее можно делать и в кабинете. Это спасение тогда, когда у нас пациент пришел с активными воспалениями, а мы не хотим все-таки его отпускать без процедуры, плюс у него настолько выраженный гиперкератоз, что хочется хоть как-то его убрать. Вот, поэтому мы можем это делать на фоне активных воспалений, но при этом мы, конечно, не, как сказать, сдерживаем себя, чтобы не выдавить чего-нибудь, не создать ему каких-то проблем, руками или ложкой ума, то есть мы работаем только косметическими средствами. Цель наша – убрать гиперкератоз, чтобы уменьшить активность процесса. Вот, следующие вопросы, да, у нас. При куперозе нужно только физически? Нет, при куперозе можно спокойно использовать комплексный СПФ, просто надо смотреть. При куперозе вообще без проблем. Купероз это, в общем-то, ну, не патология, это проблема со слабой стенкой сосуда, какие-то, может быть, триггеры повоздействовали, там, например, это может быть и спорт, и какое-то питание неправильное, и то, что расширяет сосуды активно, и, соответственно, это, в общем-то, не розация. Поэтому здесь как раз можно любой SPF использовать, какой комфортен по текстуре. При розации, особенно в обострении, там уже надо смотреть, желательно, чтобы все-таки средство с SPF было достаточно мягким, не вызывало дополнительного раздражения. Вот. Ну, как правило, все современные фильтры, ультрафиолетовые и химические, они достаточно мягко воздействуют на кожу, и хороший SPF, например, как наш мультипротектор, он будет работать достаточно мягко и, соответственно, нет проблем никаких, как правило, если только не прям очень гиперчувствительная кожа. Просто потому, что там много фильтров, и каждого из них по чуть-чуть. То есть, когда, например, в средстве один какой-то ультрафиолетовый химический фильтр, его там много, да, или два, это всегда хуже и агрессивнее, чем когда их, например, пять, но их понемножку. Меньше шансов получить какую-то реакцию. Вот, соответственно, при куперозе можно ли делать ультразвуковую чистку лица? Можно. При куперозе нельзя гальваническую делать. То есть все, что в миллиамперном диапазоне электрического тока, то нельзя при куперозе, нежелательно. Потому что может хрупкий сосуд повредить. А ультразвук можно. Вот. И, соответственно, реактивная кожа. Сейчас уже закончим. Немножечко терпения. Вот, соответственно, при реактивной коже, во-первых, мы вводим новый уход всегда постепенно, как прикорм к младенцу мы вводим, да, соответственно, для этого существуют пробнички, всякие малоразмерные упаковки, желательно на это обратить внимание. Ну и, соответственно, обращаем внимание на те средства, которые содержат либо какие-то восстанавливающие компоненты для барьерной функции, НМФ, церамиды и так далее. Вот, гиалуроновую кислоту, термокулярную, например, форму. И содержит компоненты, которые будут нормализовать микробиом, которые будут нормализовать, собственно, функцию защиты кожи от агрессии внешней среды, то есть от полютантов тех же самых, например. Вот, антиполюшен, это фукагель, например, тот же самый в составе. Вот, и защищать кожу будет от солнца. То есть для, среди препаратов это будет пробиоскин, на первом месте, наверное, когда мы используем его при чувствительной коже, после курсов антибиотиков или даже на фоне, во время курсов антибиотиков, после или во время, если это позволяет, да, нанесение глюкокортикоидов, лучше их не сочетать ни с чем другим, конечно. Вот, ну, когда закончился курс, например, глюкокортикоидов наружных, можем использовать пробиоскин. На фоне, например, приема системных ретиноидов, когда кожа пересушенная и с сниженным иммунитетом. Вот, то есть как бы мы тогда используем как раз тоже пробиоскин и, например, NMF Protection, который хорошо эту кожу успокаивает и восстанавливает гидролипидный барьер. То есть на фоне, когда человек принимает аргутан там, или, и так далее, тоже можем обратить внимание как раз на это дело.
Вот, после всяких болезней, стресса, каких-то других снижений иммунитета тоже пробиоскин будет хорошо работать. Гель увлажняющий плюс. Это вот аллергики. Молодая кожа, которой ничего, в принципе, не надо, кроме поверхностного увлажнения, без воспалений и так далее. Да? То есть гель увлажняющий плюс, тоже такая палочка-выручалочка. И, кстати, в кабинете для профессионалов эта палочка-выручалочка, когда нужно делать какую-то процедуру, аппаратную, например, стимулирующую те же самые микротоки, а у пациента на все аллергии подряд, и мы боимся, например, взять тот же гель тонизирующий, который чаще всего мы берем для микротоковой терапии. Вот, тогда взять гель увлажняющий плюс, спокойно выполнить процедуру по нему. В нем в составе всего лишь гиалуроновая кислота, сок алоэ веры. Гель, собственно, меньше шансов, что мы какую-то аллергию получим. И вот Ceramid Skin Saver – это безводный гель, который, собственно, не содержит воды, в маслах и силиконах, плюс виацерамидный комплекс используется и от защиты от перепадов температуры, для топиков, участки сухие, да, на теле или на лице используется. Плюс помогает комфортнее пережить период после пилингов, когда уже пошло шелушение корки, да, это имеется в виду срединные пилинги, вот, или поверхностно-срединные. То есть Ceramid Skin Saver хорошо замещает барьер, скажем так, восполняет его. Вот, естественно, защита от солнца, мультипротектор SPF 50 UV-free, и, соответственно, при более низком ультрафиолетовом индексе там уже будет более низкий SPF, это крем увлажняющий SPF 10, крем для комбинированной кожи SPF 15, это может быть CC-крем. При высоком индексе можно использовать антиоксидантный праймер прозрачный с SPF 30, который без воды, можно использовать, например, кто любит там ездить в горы, на лыжах кататься. Вот, а при темной коже тоже, кстати, если кому актуально, используется прозрачное очень хорошо, как бы не выбеливает кожу для смуглой кожи или там африканского типа кожи темной совсем, да, то есть там 5-6 тип, как раз прозрачный SPF очень востребован. Соответственно, антиоксидантный коктейль Витаматрикс содержит, соответственно, антиоксиданты тоже для восстановления барьерной функции достаточно хорош, бывает нужен, дает эффект сияния за счет светоотражающих частичек, но он не содержит SPF. Вот. Ну и, соответственно, самые такие прям восстанавливающие именно липидную часть барьера, это крем восстанавливающий MF Protection. И забываем про руки, крем для рук, церамиды и пробиотики. Крем для рук отдельно могу ему петь дифирамбы, потому что это, наверное, лучший крем для рук, который мне доводилось пробовать. Собственно, настаивали, когда его разрабатывали, чтобы он вышел именно в дозаторе, который удобно из сумочки достать и намазать, то есть никаких тюбиков с отвинчивающей крышкой, которая улетает под педали автомобиля. То есть это еще и очень удобен он в применении именно с точки зрения удобства, да, скажем так. Поэтому, кто не пробовал еще, и если есть возможность, попробуйте наш крем для рук новый. Очень классная штука. По поводу SPF-фильтра вопрос вижу. Лучше, чтобы... Нет, смотрите, лучше, чтобы было больше химических фильтров, потому что каждый из них тогда будет наноситься будет находиться в более маленькой концентрации и будет меньше побочных эффектов от них. Вот. Потому что даже самые крутые, самые современные химические фильтры, они все равно какой-то определенный раздражающий потенциал имеют. Но, как сказал Парацельс, да, все есть яд, все есть лекарство, вопрос только в дозе. Да? То есть, как бы, но от какой-то концентрации идут эти побочки. Соответственно, если каждый их наносит в более маленьком количестве, соответственно, меньше шансов, что будут вот эти побочные эффекты. Вот, поэтому, если допустим, в каком-то солнцезащитном средстве, в котором большой уровень SPF, то есть 50, 50+, и там, например, 5 или 4 фильтра химических, и там один, допустим, физический, это лучше, чем если там будет, например, один физический и два химических. Вот так. То есть чем химических больше в составе одного средства, тем, как правило, он более безопасный. Вот. Ну, конечно, надо понимать, какие фильтры, да, они там бывают похуже, получше, как бы, но в целом тенденция такая. Если это минеральные, там может быть всего два фильтра. Диоксид титана, оксид цинка. Или либо один, либо другой из них, потому что больше минеральных фильтров фактически не используется, не существует. Вот, поэтому там, как говорится, как раз и будет один или два. Но это будет тогда,
SPF без химических фильтров, то есть минеральный кран. Ну и домашний уход, пример будет чайщий гель, допустим, лосьон-концентрат Нео, сыворотка интенсив омоложения для интенсивного увлажнения кожи и стимуляции иммунитета, плюс гель Cervid Skin Saving как барьер на утро, да, и, ну, зимний такой скорее вариант ухода, да, и пробиоскин или гель увлажняющий плюс на вечер, и плюс, если нужен крем, то, например, восстанавливающий крем NMF Protection. Один нюанс в заключение скажу, да, вот по поводу этого протокола. Многие спрашивают просто, гель Cervid Skin Saver можно ли использовать сразу на мороз? Да, его можно использовать сразу на мороз, более того, его можно даже на улице, чтобы подмазать себе там губы, крылья носа, там, не знаю, кутикулу, потому что он не содержит воды. Но если вы его наносите на интенсивно увлажняющую сыворотку, то вам все равно придется ждать полчаса перед выходом на улицу. Вот этот нюанс надо запомнить на всякий случай. То, что вас, ваши пациенты могут спрашивать, и нас тоже очень часто спрашивают наши клиенты, всякие там вопросы, когда задают на маркетплейсах. Здесь надо понимать, что если вы какое-то интенсивно увлажняющее средство, что-то, содержащее воду, под него нанесли, то тогда надо подождать все-таки перед выходом на улицу. А если вы просто умылись, там тоником протерлись и через какое-то время нанесли гель Cervid Skin Saver практически на сухую кожу, то вы можете сразу идти на улицу. Вот на этой оптимистической ноте наш вебинар я хочу закончить. Немножко чуть больше расчетного времени мы потратили, но у нас очень большая тема, хотелось объять необъятное. Вот, поэтому я благодарна вам за то, что вы пришли и задавали вопросы. Если какие-то еще у вас будут вопросы, можете дождаться, пока он выйдет на YouTube, и там в комментариях за них писать. Вот. В принципе, можно и на почту задавать, мне перешлют, если нужно будет. И, собственно, приглашаю вас на наши мероприятия, кто проходит точно. Мастер-классы. В ближайшие 27 у нас будет мастер-класс в нашем ЦДК. Вот смотрите, какая там будет тема, кому интересно, если есть места, еще записывайтесь. Вот, соответственно, вебинары мои, моих коллег прекрасных. Соответственно, приходите, мы с удовольствием всегда делимся информацией и рады, когда вы участвуйте, задайте вопросы. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там очень много полезного контента, особенно для профессионалов лежит, но и не только для профессионалов. То есть там влоги коротенькие, это скорее для непрофессионалов будет полезно и быстрее их смотреть. А, например, вебинары, запись такого, как сегодня, да, они у нас лежат пока еще в свободном доступе. Вот, и мы можем спокойно делиться этой информацией с вами. А, промокод еще для тех, кто тут вначале не был, да, сейчас промокод еще вам напишу, который дает 10% скидку на косметику от профессионального прайса для косметологов, для некосметологов от розницы. Вот, так что, если кому нужно, пользуйтесь. Неделю он будет действовать, уже работает, насколько я понимаю. Вот, всем спасибо, всем до свидания. С вами прощаюсь. Всего вам доброго. Всем удачи!